Всем привет, друзья! Кто уже присоединился? Давайте, хочу вас видеть. Где же вы? Так, Switch Lab. Привет. Виктор Сенджик, привет. Станислав Виноградов. Данчик, здорово. Санлерс. Михаил Братков. Джулиан Брси. Сложно читается ник. Java он пишет, выдает всю мою тайну, 12к V-баксов. Привет, Мансурчик. Да, ребят, я пополнил свой счет V-баксами для того, чтобы проводить розыгрыши, для того, чтобы не попадать в ситуацию, когда мне их не хватает. Вот, поэтому не пропускайте стримы. Я вам рекомендую. Сейчас пока жду. Вот Макс, привет, присоединился. Тима, Танк, Бэк присоединяются потихонечку к трансляции в ТикТок. Очень рад всех вас видеть, ребята. Что такое? Опять у меня не работает чат, что ли? Ай-яй-яй. По всей видимости, мне надо перед каждой трансляцией удалять приложение и снова его устанавливать. Я сегодня опять не могу писать в ТикТоке. Я не знаю почему. Так, что за звук опять произошел у нас тут? Откуда этот звук? Откуда? Хочу понять. Ребяточки, жду, пока чуть-чуть вы соберетесь. Сейчас попробую вот этот диндон отключить. Он меня прям немножко выводит из себя. Очень он громкий уж. Где тут у нас это все можно настроить? Давайте посмотрим. Вот уведомления. Настроить. Диндон. Диндон. Все. Да, по идее, диндон больше не должно быть слышно. А ну-ка попробуем. Пожалуйста, не сейчас. Хорошо, ладно. Не получается мне писать в ТикТоке опять почему-то. Я не знаю, что происходит с ним. В прошлый раз снес приложение и установил заново, и все было хорошо. Ладно, давайте соберем сейчас первую пати. Ребята, у меня есть для вас всех новости. Сегодняшнее видео, если вы смотрели, вы видели, что мне прислали аж 4 подарка сегодня утром. КНП Тангент, Олег Позитив и еще один есть человечек, который прислал подарок моему сыну Снейку. Его никнейм да, нижнее подчеркивание, Rock99. Он прислал эмоцию. Вот эти 3 человека сегодня получают внеочередное место в пати. Поэтому, пожалуйста, друзья, если есть сейчас да, Rock99, Олег Позитив и КНП Тангент, пожалуйста, кидайте мне запросик в друзья. Для вас есть внеочередная пати. И сегодня объявлю сразу тем, кто уже присоединился. Сегодня немножко изменились условия попадания в пати. Я играю с подписчиками. Но, ребят, я беру рандомно 3 человека каждую катку. То есть вот первые 3, кто прислал мне запрос, я их беру в пати. Если были донаты, если были подарки, то вы попадаете в пати без очереди. То есть я беру сначала тех, кто задонатил, тех, кто присылал подарки, а потом только добираю рандомно тех, кто еще может попасть в пати. Это раз. Второе. Мне подарки с эмоциями, обертками, с чем-либо, либо еще, кроме скинов, мне подарки не присылают. Сегодня будет у нас акция. Если вы пришлете кому-нибудь из моих детей подарок, вы получите место у меня в пати вне очереди. Не мне, а кому-то из моих детей. Если вы хотите подарить мне скин,
Я буду этому очень рад и счастлив. Если вы дарите скин, у вас сразу получается сегодня 3 раза место в пати. 3 раза подряд можно в разнобой. Это как вам будет удобно. Это прям мега акция на сегодня, на субботу. Вот. Чем больше будет призов, подарков, донатов, тем больше будет у нас сегодня сумма розыгрыша. Я специально не писал в шапке трансляции, что будет розыгрыш, потому что хотел, чтобы вы пришли, те, кто просто приходит на трансляцию. Те, кто просто реально любит смотреть, те, кто просто хочет, те, кто меня действительно по-настоящему поддерживает, а не те, кто приходит только ради халявы. Поэтому я вас всех обнимаю, обожаю. Спасибо огромное вам, что вы пришли. Давайте же будем начинать. Да, Рок 99, Олег Позитив и КНП Тангинг. Пожалуйста, если кто-то из вас есть, жду ваш запрос буквально в течение одной минутки, потому что вас может просто не быть. Потом беру рандом на трех в пати. Я сейчас напишу на YouTube и на Твиче никнеймы своих детей, куда вы можете присылать в подарок эмоцию или там что-нибудь еще другое. Еще раз повторю, мне эмоции не присылать, друзья, пожалуйста. У меня их много, и большинство эмоций у меня не может использоваться, потому что у меня стоит запрет на воспроизведение авторских звуков. Поэтому вот хочется сделать своим детям приятно. Мне сын мой подарил никнейм. Никнейм его, да, Snake. Он мне подарил вот такой вот скинчик. Целый набор. Вот такой вот наборчик он мне подарил. Поэтому хочу ответ сделать моим деткам и сделать им приятно. Давайте посмотрим, что у нас здесь появилось. Станислав, Шаркштель, Сандлерс, Краф. Кто еще есть у нас? Виноградов. Вижу. Всем приветики, ребят. Не вижу, в общем, ребят, которые заслужили место в пати без очереди. Поэтому беру сейчас трех подряд. Что? Давайте, Снейк один вот сын хочет поиграть. Для них у меня тоже на каждой трансляции по одному месту есть внеочередному. Шаркштейл вот. Моти, привет. Сейчас нацарапаю быстренько сообщение. Александр Аипов, привет. Все, давайте пока будем грузиться в игру. Я нацарапаю вам объявление небольшое. Или если есть в чатике Java, мой администратор, пожалуйста, отзовись. Мне нужна твоя помощь и поддержка. Сейчас еще раз проверю. Блин, да что ж ты будешь делать? Опять у меня TikTok чат недоступен. Ну это же ужасно просто. Нажимайте, Славик и Снейк, нажимайте готово. И погнали. Я нацарапаю быстренько здесь. Еще раз, ребят, никнеймы свои скажите. Наши? Да. Вот Snake 4 семерки 8 3. Это видно, кстати. Snake, да я вижу твой. А мой Джон. Джон 777-96. 3 семерки 96. А дальше супер спаленько. Ну, ты знаешь, да. Так, ребят, сейчас полетим вместе. Секунду. Я еще не дописал. Баба
уже все выпрыгнули. Бабки уже выпрыгнули. Сейчас. Мне же нужно дописать ребятам. Сообщение. И Супермакс, пап. Закрепить. Папки. И здесь закрепить. Ты уже сам выпрыгнул. Да, вижу. Что я могу сделать? Все, вернулся в игру. Я написал, ребят, закрепил сообщение, чтобы было понятно, как нужно. Вот. Savage и SSSE пишет, что он Олег Позитив. И очень рад, что мне понравились его подарки. Спасибо большое. Удивил реально сегодня. Просто меня утром. Я тебя добавлю в следующую каточку, у тебя будет возможность поиграть. И, ребят, внимательно смотрите, специально написал Super Max большими буквами, потому что там по-русски написано, но английским шрифтом, чтобы вы не ошиблись. У кого он уже есть в друзьях, в принципе... Вам есть возможность его порадовать. Вот. Да, Рок 99. Если ты вдруг есть сейчас на трансляции, буду очень рад тебя видеть тоже в пати за то, что ты прислал подарочек моему сыну. Садись, поехали. Так, давайте, ребят, садитесь в тачку. Соберемся все вместе, чтобы мы были неразлучны и нам было легче победить. Есть в планах сегодня взять короночку, ребят. И не одну. Давайте попробуем это сделать. Шаркштейл каким-то образом оказался вообще на другой... стороне карты. Как так вышло? А? Круши, ломай. Так, еще забыл упомянуть, друзья, те, кто присоединился и меня еще не знает, меня зовут Дима, мой ник Brother2S, у меня на YouTube и в ТикТоке аккаунты, посвященные фарму опыта. Я каждый день снимаю новое видео и каждый день выкладываю его на платформы, для того, чтобы вам всегда было... чтобы вам всегда было видео, была карта, которой можно формануть опыт хорошенечко, так быстренько. Кто с кем? Где тут вход? Где за деревом заполз? Не вижу больше никого. Есть кто-то еще, ребят? Нет? Крикнул, а в ответ тишина. Не хочется мне как-то разговаривать.
Разбежавшись, прыгнул со скалы. Во, блин, вот такой скин я очень хотел. Но его уже больше нет. О, благодарю вас, сударь. Что у меня опять? А, это этот чувак. Во, вот это круто. У меня как раз есть цель в этом сезоне набрать себе 50 короночек. А я как далек как-то от этой цели очень сильно. Все, тут нифига не надо. Нет, есть. Смотрите-ка, урвал. А, не, это говнострел. Ну, мне он просто не нравится, если что. Все, потопали, ребят. Кстати, щиточек. Где мой щиточек? У меня его и не было, да? Вот папа. А не, я сейчас хочу цветочки найти. Цветочки, которые хилят щиточки. Ребят, если что, имейте в виду, я читаю сообщения. Просто я немножечко сейчас в игре. Поэтому в YouTube мне помогает немножко с этим Java. Мой администратор, если что, он может там ответить на какие-то сообщения, которые уже, например, много раз задавали вопросики, и на них есть ответ у него. Поэтому, если что, если Java ответил, считайте, что ответил я. Привет, что делать, если не дают опыт на твоих картах, которые ты выпустил один день назад? Лолипипа, по-моему. Делать очень просто. Смотри, если ты заходишь в чатик, читаешь там, что пишут, что опыт не дают, карту пофиксили, или я написал, да, карту пофиксили, все, то, значит, идти на другую карту, которую я выпустил сегодня. Я каждый день для этого и записываю, чтобы вам всегда был свежак. Потому что есть карты, которые работают уже месяц, например, и никто их не трогает. А есть карты, которые не то чтобы даже фиксит... сам там Fortnite, да, а сами же создатели карт их обновляют, чтобы записать еще, 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 еще раз. То есть им все мало. Они хотят каждый день записывать одну карту, например. Карта топовая, действительно классная. Они записали, одна там день, скажем так, просмотры набрала, потом они ее обновили, записали снова и так далее. Вот. Тут такое дело. Просто смотрите в комменты, если вдруг написано, что пофиксили, то, скорее всего, это так и есть, но не всегда. Иногда только карта выйдет, и какие-нибудь недоброжелательные люди пишут, что все, говно не работает, чтобы у меня не было просмотров. Есть такие, целая банда у меня есть, которые дизлайкают, которые ставят, оставляют комменты плохие, такие прям самые мои злостные поклонники. Вот. А вообще, если все кнопки работают, все везде типа тебя телепортируют, а просто не дают опыт, вероятнее всего у тебя просто лимит на получение опыта. Если ты играешь на творческих картах, даже если ты там не получаешь опыт, у тебя тратится лимит. Вот так вот как-то устроено, странно. Поэтому вот такой ответик. Проиграть. Давай поиграем. Оп, смотри. Ловкие пальцы. То не интересно. Щейка. Щейка. О, меня сейчас засыпал вон. Every Shop засыпал меня баблом. Вебаксами. Что, друзья, мы движемся с вами к краю зоны. Давайте предлагаю наоборот, в обратную сторону. Вот туда вот, где тайник 360 метров от меня. Вот в ту сторону. Погнали. Мы все равно найдем вас, противники. Так, лимит обновляется, блин, три разных информации. Либо в 16, либо в 17, либо в 18 по МСК. До сих пор не проверил, это очень сложно уловить. Вот, ну, вот какой-то из этих, скажем так, диапазонов времени. Блин, 6 патронов, офигеть. Ешь мясо, мы тебе там мясо оставили, он каннибализм.
Я патрончики здесь сейчас налучу быстро в этой деревушке. Так, добавь, друзья, это я был, пожалуйста. Я вернулся, привет. А у вас есть КС? Counter-Strike или что за КС? Counter-Strike у меня есть. А, что такое КС? По-русски написано. Хорошо, я все равно хочу посмотреть здесь то, что есть. Не совсем понял вопрос насчет КС, поэтому, пожалуйста, дай немножко информацию. Да что ты будешь делать? Вот, сделал. Ну что? Нет, тут по-русски написано. Ребят, все, кто бросал запросики в друзья, давайте сейчас прям пока греемся у костра. Ух ты, ничего, тут уже много. Давайте всех приму, чтобы у вас у всех был шанс попасть тоже в пати. И вот последний. Все, принял всех, мои хорошие. Пойдем дальше. Все, мне сегодня Олежек задобрил с утра и еще канапе Тангин, чтобы я сегодня не злился, не ругался, поэтому буду стараться сегодня быть спокойным. Где? А, пойдем, там он выстрелил возле нашего тайника. Рядышком здесь на корточке лучше, ребят, присесть, чтобы нет отхватить от них люлей. По-любому же его кто-то открывает, правильно? Не могут же они где-то. Вон, вижу. Ага, все. Не успел. Но он не один открывал, ребят. Ну, ей-богу, четверо в пати. Что-то лут какой-то. Ладно, потопали дальше. Не хочет никто спасать своего кореша. Потопали дальше, ребят. Хорошо. Друзья, в ТикТоке я не могу отвечать опять на сообщение. У меня опять почему-то сломалась эта функция. Пробовал уже несколько раз, не работает. Java, а как бы нам так сделать, чтобы ты мне мог давать информацию о том, что пишется, какие вопросики? Ты можешь в этом помочь мне сейчас? Если можешь, набери меня тогда в Дискорде, я сейчас включу. Выстрелы какие-то где-то слышу, вижу. А, вон, да? Уже справился Шархштель сам. Ну как, я не помню. Ну, вы справились, в смысле, что без меня. Ну, пойдем. Главное, чтобы нам сейчас там не наваляли. Меня слышно? Да. Отлично. Java со мной. Он со мной в... Дискорде. Он мне будет помогать немножко. Ребят, в доме типы. Где? Где они? Отметились? Не отметились? Куда он делся? Забежал куда-то? Есть гранаты, нет? Вон, вижу. Но
нет бомболепочки, ну что я могу тебе сказать еще? Нет, туда не докину. Вон вижу наверху. Сам я тебе пишет, что он тоже мог помочь. Помочь. Дайте на автомат, пожалуйста, патроны. Снейк, дай на автомат. Every Shop. Есть у кого-то? У меня 12 штук. Спасибо. К нам, гости. Это взял. Спасибо за патроны. Я вижу, что он ушел. Надо ему помочь. Если что, зона нас вон начинает догонять, ребят. Давайте сразу полетим в... В зону пойдем. Я иду. Ребят, жду вас и... А, вы... Жду. А вы впереди уже. Идем в следующую зону сразу. У меня турельки две есть. Вон движуха там у нас. Интересненькие просто. Это наши, скорее всего, те, кто в этом. Ай, блин. Одну просрал турельку, потому что кинул две случайно. Не переключилось у меня на дробаш вовремя. Где-то еще есть тут рядышком. Прячется, скорее всего. Вот, рядом где-то. Вот, вижу. Не берется. Беру, беру. Дам, дам, все, пойдем. Дам, дам. Я случайно турельку, по-моему, да? А, я турельку до этого. Переживай. Хочу хилку, у меня мало хилка. Хилку? Кому надо? Эври? Да? А мне дадите, мне мало. Кому мне? Скажите, пожалуйста, Эври Шоп или кому? Мне. Мне опять. Ребят, мы не понимаем, кто говорит. Можете назвать свой никнейм? Кому нужна хилка? Назови свой никнейм, пожалуйста. Every Shop. Ну так где? Подойди сюда. Да ну... На. Едет кто-то. Да блин, берись. Шарк, не убегай, пожалуйста, ты постоянно где-то сам. Понимаешь, что ты не умираешь? О, так осталось один. Ну, это короночка. Очевидно. Пап, ты можешь легко и можешь сбитый сделать.
хочу. Господи, Сандлерс, ну ты же видишь, что я в пати. Ты знаешь, что я не возьму, потому что у нас рандом. Почему ты кидаешь мне запрос на добавление друзья? Ну ты же в команде. Ты же знаешь, как нужно себя вести. Блин, да что такое? Как починить, блин, принтскрин? Почему у меня не работает принтскрин? Ванчпок появился. Ничего себе, тысячу лет, наверное, тебя не видел, Вань. Не могу... А Джона? Серьезно? Сынок, ну блин. Капец какой-то. Я сейчас попросил всех, чтобы вам отправляли подарки, а вы опять мне присылаете. Господи, ну это просто что? Что такое? Зачем вы это делаете? Ребят, вы тратите свои V-баксы. Ну да. Блин. Все равно хватит, папа. Ой, спасибо большое. Спасибо. Подарок еще один. Еще один от Джона? Ты серьезно, сынок? Ну это, так, ну, надо же к нему, полный комплект. Это к нему, это комплект. Спасибо. Спасибо большое. Задарили, короче, меня дети. Это Олег. Еще... Олег решил не останавливаться на достигнутом. О, прикольно. Офигенно. Я так люблю. Вот такие штучки я очень люблю вообще. Олежа, ты же это не убегай. Ты сейчас нам надо, нужен в пати. Все, ребят, спасибо большое за игру вам. Давайте, пока. Я сейчас беру Олег Позитив. Канапе Тангент, если есть. И да, Рок 99. Это те три человека. А, и Джон еще, да? Те три человека, которые у меня... в списочке за то, что они присылали подарочки, ребят. Так, сейчас я быстренько посмотрю еще, что в чате тут написано. Нет, я жду, я озвучил, кого я жду, ребят. Когда будут в пати кто-то из ребят, вот Олег точно здесь, он должен быть. Джон тоже здесь. Давайте дадим возможность им присоединиться и потом будем добавлять еще тех, кто сможет попасть. Останется для кого место. Для ТикТока, друзья, там есть цель трансляции. Джон, микрофон. Есть цель трансляции. Это пончики. Кто присылает пончик, тоже попадает в пати без очереди, ребят. Еще раз. Пончик надо прислать. Олежа, все, добавил тебя. Еще есть у нас, пожалуйста, кто-нибудь? Канапе, Танген и Дорог. Дайте, пожалуйста, знать. Жду вас. Олежа, ну ты меня сегодня просто задарил. 4 подарка. Ты с ума сошел, брат? Я так... Что? Сейчас помогу. Так, я ставлю сейчас еще минутку таймер. Если не появится у нас Канапе или да, Рок, то сразу беру кого-то в пати, как зажужжи. Первого же беру в пати. Друзья, пока поотвечаю немножко на комментарии, потому что чуть-чуть много уже их. Грунласа, Станислав, Данил Тукачев. Приди, мы с тобой сыграть после... сыграю после очереди. Ребят, если получится попасть в пати, то сыграешь. Если не получится попасть, не сыграешь. Я никого, ни для кого не делаю исключений, потому что всех одинаково люблю и ценю. Только те, кто присылает какие-то донаты, те попадают ко мне в пати. И сегодня те, кто присылает мне скин, попадают в пати 3 раза. Кто присылает подарочки, только, пожалуйста, не присылайте мне. Присылайте Снейку, Джону, Супермаксу. Они есть в закрепленном сообщении. И кто пришлет кому-нибудь из них подарок, попадает сразу в пати. Без очереди. Так, судя по всему, идет, да, 1 секунда. И вот, беру Dark Mystery. Это то, что было на экране. Сейчас, секунду, мне нужно прочитать эти. Можно, хорошо? Да. Привет. Для кого не исключение. Джон будет играть сегодня 3 раза за то, что он мне прислал скинчик. Привет, привет, ребят. Dark Mystery, как зовут тебя? Меня? Миша. Миша. Еще один Миша в нашу коллекцию. Очень много Миш. И, кстати, друзья, давайте посмотрим, сколько нас смотрит человек. Напишите кто-нибудь в чате в YouTube, сколько зрителей сейчас. И в TikTok, это, в, на Твиче, если кто-то есть сейчас тоже в чатике, напишите, сколько на Твиче зрителей. На Твиче это я. Это я на Твиче сижу один. Лолипипк
да? Это ты. Правильно или как? Не-не-не-не. Другой? Просто ты не писал там? Сейчас напишу. Да-да-да. Миша. Нажмите там, пока все готовы, чтобы мы загружались. Ага. Я один пока готов. Миша, Денис, Олег, нажмите, пожалуйста. Олежа, спасибо тебе большое за твои подарочки. Ну вот ты мне кучу подарков понаприслал, мог скин прислать. И играл бы 3 раза подряд бы просто на стриме, понимаешь? За это количество V-баксов. Но Олег как минимум 2 раза будет играть. Он меня задарил сегодня. У него 4 подарка Олег мне прислал. Денис подарил тебе скин. Да, поэтому Денис 3 раза будет. Боже, бедный карась. Его реально жалко даже чуть-чуть. Ладно, почитай же. Это только первый день. Жди завтра еще подарки. Savage Slaps Sir Easy. А, это ты, да, Олег, получается? Пожалуйста, еще раз скажу. Олеж, тебе тоже. Мне, кроме скинов, сейчас больше ничего не надо. Если есть возможность скин подарить, то лучше скин. Если нет, то лучше какой-то донат прислать, если вы хотите меня поддержать. Вот. Если хотите, ну, нет возможности прислать донат, например, если вы баксы, но не хватает на скин, тогда вон Снейк, Джон, Супермакс, это мои 3 детей, любому из них присылаете и сразу же автоматически в пати попадаете. Привет, Артем, 3 семерочки. Булат, 124, приветик. Тебе тоже. Вань, да, интерфейс поменялся. Недавно хэллоуинское обновление сделали. И вот так вот теперь не очень-то удобно получается. Ну, привыкнем, может, будет потом удобно. Так, что у нас? Да. Куда летим? Давайте, вот меточка стоит. Красная, желтая. Давайте сюда и полетим. Это хэллоуинская деревня, походу. Вижу там светящиеся тыквы. Так, Стас, вот этот ты выдаешь. Я тебя сразу не узнал, а ты Ягрун Ласса. Меня не узнал сразу? Или Стаса? Не очень понял, короче, кому адресовано. Так, сейчас у тебя микрофон же замечен, сынок. Что ты говоришь? Из-за скина, наверное, тебя не сразу узнали. Самое интересное, друзья, знаете что? Что мои дети донатят за свои деньги личные, за свои личные сбережения. То есть это не то, чтобы там я им задонатил, а они им присылают подарки. У них там есть ежедневные пополнения. Ну, еженедельные. А, блин, серьезно. Не зацепился за трос, ребят. Ну, это пипец. Ну, потому что место карасю где? В болоте. Он же утонул. Вот он будет сейчас чувствовать себя здесь комфортно. Ребят, плыву к вам. Вот сюда куда-нибудь. А меня может кто-то прибежать резных, нет? Да, сейчас я первого подниму. Чё, ну, какой? Другого. Вниз. Знаете, Олег, вот здесь позитив за камушком. Или помогите мне его поднять. О, блин. Тут берег, что ли? Я не могу плыть дальше. Все, спасибо. Что у нас сейчас? Стас, вот это ты выдаешь. Тэн-тэн-тэн. Александр Аипов спросил меня, как я доначу. Сейчас у меня появилась возможность это делать немножко проще, чем я делал до этого. Вообще у нас здесь в магазине, в любом продуктовом супермаркете, в любом там ларечке табачном продаются карточки на пополнение V-баксов в Fortnite. Жутко дорогие, они стоят сейчас...
7,99 евро, а будут с конца октября стоить 8,99. Еще на евро подорожают. Просто чумовая цена. Вот сейчас у меня появилась другая возможность. Секретная, тайная. Не могу озвучить ее в прямом эфире, но если вас интересует, вы можете написать в Дискорде. Кстати, друзья, все, кто хочет поучаствовать сегодня в розыгрыше, и он будет очень неожиданно, я не буду объявлять точное время, что вот через 15 минут розыгрыш. Нет, я сделаю его неожиданно. Для тех, кто будет реально на трансляции, кто будет со мной и будет меня поддерживать. То есть для всех вас, кто сейчас смотрит. Вам, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно обязательно быть в Дискорде, потому что смотрите вы с ТикТока, с Ютуба и с Твича одновременно, и нет интерфейса никакого, который может собрать все эти чаты воедино, чтобы определить нам рандомно победителя. Поэтому вам нужно будет зайти в ТикТок, получить там роль, но автоматически делается, дается. Вот. И я дальше потом подробно объясню, что нужно будет сделать, чтобы принять участие в розыгрыше. Это очень просто, в этом нет ничего сложного, но в Дискорде надо быть. Потом просто может не хватить времени зарегаться, поэтому лучше сделать это прямо сейчас. Ох, как хорошо. Папа, прикинь, какой-то новенький заходит, и ты сразу делаешь этот... розыгрыш, и он еще и побеждает. Все, так, такое уже бывало. Причем он был новенький, и он как ушел, так и все, я больше его ни разу не видел. Это розыгрыш на 1000 баксов был. Да, розыгрыш на 1000 баксов. Не знаю, может он и смотрит, просто больше не пишет, но я не видел ни в чате его больше, ни, короче, вообще. Просто залетел человек, получил 1000 баксов подарок свой. И улетел. Не, ну он как, он получить его не смог, потому что в друзья мне только добавился, мне нужно, я ему прислал код на пополнение V-баксов, но из-за того, чтобы регион, из-за того, что был регион другой, он не смог его активировать. И не смог поменять регион у себя. Вот, поэтому я ему выдал потом его подарок. На 1000 баксов. Какими-то эмоциями, там что-то еще. Да блин, серьезно? Что раз такая? Дожался. Кто там? Еще один? Вот этого стоит взять автомат, а вместо вот этого дробовик. Все, супер. Ребят, не успеваю совсем читать чатик, очень много сообщений. Пап, у меня есть для тебя подарок. Без обид, я сейчас постараюсь нагнать. Пап, я тебе купил подарок. Какой? Сынок, решил сегодня посоревноваться с Олегом? Или что? Ну вот. Или со мной соревнуюсь. А, или ты в игре купил мне что-то. Олег, это папе было. Пусть забирает. Я забрал. Пусть забирает. У меня есть, у меня автомат есть. Вот тут еще можно купить. Так, что-то мы немножко развалились, друзья. Давайте соберемся. Пойдем на... Блин, 700 метров. Вышка. Пойдем на вышку 700 метров или нет? Больше не вижу просто. Да, пойдем. Нет, это не то. Ой-ой-ой. Как-то я не допрыгнул. А, вот почему все. Я ж привстал. Вот, нормально. Залетел. А кто у нас рос? Джон, ты отстал очень сильно от нас. Догоняй. А, блин, я не заметил, извините. Давай, давай. Топай. А, ту вышку уже активировали. О, блин, фигово. Ну ничего.
Потусуемся где-нибудь здесь, поищем кого-нибудь. Карасик. Утонувший еще и в грязи. Там еще щелкунчик есть, который меняет кучу там, по-моему, обликов своих. Тоже такое интересное. Сегодня. Вообще, магазин предметов это зло. Ему нельзя заходить, потому что выйти оттуда без каких-нибудь растрат очень сложно. Там выстрелы в этой стороне. Вон, типы. Блин, ну ты совсем далеко от нас, Джон. Ну я развернулся. Потому что. Ну, ты понимаешь, что нам троим надо бежать к тебе теперь. Сынок. Здесь не обязательно, здесь две команды дерутся. Я могу к вам уйти сейчас. Ну подожди, а как-то мы не поучаствуем, что ли? Ну, поэтому я и хотел с вами. Уже пришли же. А уже пришли? Тогда атакуем! Ой-ой-ой. Блин, не успел. Ну ладно. Разрешение есть. Новый строитель. Мы где получили разрешение, но... Возле этого? Возле... Да. Тут никого нет, один только типой. А это тогда кто? Это где? Вот там. А, ну там. Тут. Вот тут. Не туда кинул. Конечно. Джава, ты вообще тут? Нет? Tell me story, привет! А, это ты есть, все, я понял. Tell me story, это у нас Dark Mystery, правильно? Да? А, все, понял. Максим! Я тут. Посмотри на мои хп. Да блин, давай включай. Ах ты зараза. Почему у меня кнопка опять не срабатывает, мышки? Переключение между аккаунтами у меня. Хочет работать. Ай, 19. Ребят, короче, 0 нас хп, опять 0 хп. Нас развалили просто люто. Моя турель хрена не сделала, короче. Офигеть, как плохо сыграл. Ладно, зато у меня есть возможность почитать чат. Это катание я обязательно отдам. Грун Ласса, какой сайт в описании? Насчет доната. Спросили, а как вы донатите через сайт в описании? Нет у меня никакого в описании сайта, через который я доначу. Не надо, пожалуйста, вводить людей в заблуждение. Жижа, привет. Жижа так и не связался. Артем, очень громко. Жижа так и не связался со мной в Дискорде. Я очень ждал твоего сообщения. Как задонатить мне, есть в описании ссылка. А как задонатить Fortnite, можно спросить у меня в личных сообщениях в Дискорде. Грунлас пишет, что ему кинул Snake запрос на добавление друзья. Круто, но для меня эта информация сейчас не супер важна. Так, Джон, Олег остаются. Миш, спасибо за игру. Еще одного беру. Global Showroom. Global Showroom попадает в пати. Поехали, готовы, нажимаем. У нас Джон играет 3 раза, это была первая игра у него, сейчас будет 2-я. И Олег играет 2 раза за все подарочки, которые были присланы. Олег прислал 4 подарка сегодня, Джон прислал мне скинчик. Грунлас, вау, Дим, ты играешь лучше меня. Ну, может быть, я играю не так давно, я своей игрой не очень доволен, как, в принципе, всем, что я делаю. У меня самокритичность уровень бог. Играю 3 месяца всего.
Сандлерс, это круто, что-то там круто. Папа. Я упустил что-то. Что ты упустил? Что? Снейк говорит, он же тоже тебе отдавал, дарил подарок. Не на стриме, конечно, потому что он мог пропасть. Да, дарил. Он тоже хочет в пати. Так, я не успел еще дойти до конца. Голд Бурик пишет, Дима, ответь на вопрос, пожалуйста. Сейчас смотрю, какой у тебя был вопрос. Не вижу просто. Так не было вопроса, он, скорее всего, не опубликовался. Не было у тебя вопроса, а вверху никакого. Слышишь, Голд Бурик, да? Или ты пост написал? Скин гриба надо обязательно прокачать 50 уровней, играя, или можно отдельно? Нет, скин гриба, чтобы получить, нужно все последовательно задания выполнять именно в пати с тем человеком, с которым ты выполняешь это задание. И 50 уровней в том числе нужно прочитать именно, прокачать именно с этим человеком. Но я вам открою небольшую тайну. Это можно сделать даже на моих картах, которые я записываю. Вы можете зайти туда вдвоем в частном режиме. Только один кто-то нажимает, проходит карту по всем секретным кнопкам, а второй просто тусуется. Потом меняетесь. Второй проходит карту по всем секретным кнопкам, а первый тусуется. И таким образом вы можете поднять вот эти вот уровни намного быстрее. Потому что сначала думал, это не работает. Мы сделали так. У меня был Джон на втором аккаунте. На боте делал со мной этот квест. Мы прошли. Последний там оставалось 13 уровней. Или что-то такое. Мы апнули там 19 на карте на одной. И я зашел, посмотрел, а там, типа, нифига. А потом утром захожу в игру, у меня скин гриба. То есть все-таки сработало, все-таки оно повлияло. Так. Ко мне прилетел прям в руки. Иду к вам, иду. Опять потому что разделились. Ребят, ну вот видите, вы опять далеко от нас были. Как это вышло? Вон вижу типа. Вот здесь типок. Он вниз спустился. Опа, что-то мне прилетело. Есть. Глобала хилят. Я иду за картой Джона. Вижу здесь типов каких-то рядышком. Это босс или это кто? О, я в хранилище попал. Может, что-то возьму себе сейчас по пути. Не бьем ничего. Ну что ж ты делаешь? Ну зачем ты шумишь, Алёш? Олеж. Нам нужно найти этих, которые здесь бегают. Они ныкаются, ждут, пока мы придем забирать карты. Пока никого не вижу. Патрончик возьму, иду тебя рез. Ага, есть шаги. Вон, вижу. Блин, это бот. Ё-моё. Олег, там тебе сейчас придет по-любому эти пули.
Резаем сразу карту, вот вторую берем. Да блин. Так. Ребят, здесь вот есть лутик. Давайте быстренько подлутись и пойдем. Давайте бочку. Бочку давайте. Кто там стреляет? Ну, чё не подождали? Шоу-рум. А, ребят? Чё ж нетерпеливые вы такие? Человек без щита вообще бегает. Я вообще не бил. Давайте быстренько еще гляну, что. Кто-то резает. Строю телефона зайду. Сначала с бак на опыт с новым аккаунтом, потом бак на опыт с другим аккаунтом. Я нечаянно. Тип резал. О, Станислав Виноградов попал как раз. Филют, привет. Помнишь меня? Не могу тебе ответить наш уверенно контракт на этот вопрос. Я уже запутываться начал в никнеймах. Скажу, помню, но могу обмануть. Спасибо. Поэтому больше давай будет так. Я не помню. Да. Видимо, редко приходишь на стримы. Артём, пожалуйста, выйди из комнаты. Здесь тип... Yes. Очень-очень тяжело переносит проигрыш. Так кричать начинает, так психовать начинает. Как иногда я. Яблоко от яблони. Недалеко падает. Ну что, друзья, мы идем дальше, нет? Или мы будем тусоваться в бастионе всю игру? Погнали дальше на этот. Вон, на антенну, на эту вышку. Вышку давайте, да. На вышку. Сейчас. Меня снайпы кто-то полил. Пожалуйста, точку ставь откуда. Я не видел, но я слышал, как около меня пуля ударила. Визуализация аж есть у тебя на визуализации? Должно было... Вижу, летит чувак вас на метле наверху. Да, у меня вот этот, походу. Да! Ой-ой-ой. Меня опять меня тут рядышком. Да, от с вашей стороны стреляли. Офигеть, там еще один. А, прямо у меня, прямо у меня! Ай-яй-яй! Так, они прям нас... Чуть-чуть врасплох застали. Сейчас, ребят, хил и иду. Так, перезарядочка. Ходит где-то наверху, да, ходит пуля? Да. Вот, уже нокнулся. Откуда тогда выстрелы все эти? Еще отсюда были. А, вот, походу, вот. Кто-то здесь был. Этот. Калострел. Кала. Кому нужен? Колострел. Ну, кому кола, а кому кала. Ребят, давайте пиццу за нямкайте. Я себе возьму сейчас 4 штучки в инвентарь, чтобы были. А его убили, а я даже и не заметил. Слышите, что говорю? Надо резать нашего этого братана. Ну, вы карту взяли, я сейчас пойду резну. Я да.
тут, короче, поставлю. Дабл рез, давай, папа. Включается. Ставил в итоге деревянный, офигеть. Уже, наверное, прям пора идти, ребят, потому что в той стороне вижу выстрелы, да, надо подняться, посмотреть, что там. Там поставил. Я разбился, бывает, потому что на этот глупый поток вон, не допрыгнул. Олег, а, вот. Минус один. Я за вами сверху присмотрю сейчас немножко. Вы ресни, пожалуйста. Ресайтесь, пожалуйста. Спасибо. Если что, вон там у нас хранилище, этот тайничок маленький. Можно будет туда пойти. Харлин. Хотя нам нужно на вон в ту сторону. Несет. Можно сразу и туда. Ты меня скин хочешь подарить? Я тебе запрещаю. Ну что, у тебя мало вебаксов. Круто. Я тоже говорю, не разрешаю. Она стоит всего лишь 180. В смысле 180? 100. Ребят, тыквомет вот здесь есть и маленькие... Да блин. Ты на приколе, что ли, Денис? Я нечаянно. Я не знаю, я попал в поток. Почему я упал? Меня баганулось, я отлетел. Да ну остановись, Денис, ну, тебе невозможно резать. Я не могу, лёд, я не специально. Нет, сыночек, все. Зефир, дела прекрасно, спасибо большое, что спросил. Хорошо, сегодня суббота, все дети дома, я просто сейчас. У меня настроение сегодня значительно лучше из-за этого. Вот, и, блин, правда, я опять наконец-то. Я похудел за последнее время, за последний где-то месяц, килограмм на 8. Просто жесть. Постоянно за компом, постоянно в работе, нет времени поесть. Идемте на выстрелы. Если вы посмотрите... ну, камера-то недавно появилась. Ну, даже если вы посмотрите первую запись или первый эфир с камерой мой, просто увидите, какая у меня там пачка, вот такая вот харя. Сейчас значительно худее уже стало. Джава, ты в Дискорде у меня на связи или нет? А то я что-то не понимаю. Я тебя слышал, а потом перестал слышать. Ну, потом у тебя не будет на твоих хотелки жевать. Как? Связи. Джао, помоги мне, пожалуйста. Я вот после твоей про боевой кетчуп есть правила, я не читал вообще чат. Да, можешь мне озвучивать что-то? Ребят, пожалуйста, тихо. Вы очень громко мне, прям в ухо, прям в микрофон. Почитать, что там есть, чтобы я мог поотвечать ребятам, потому что мне уже прям неудобно. Что у меня с компом? Ребят, слюрка есть. Серьезно? Ты сагрился на курицу? Блин. Чуваки в пати хотят. Ребят, все, кто хочет в пати, закреплено на YouTube и на Твиче правило, как попасть в пати. Пожалуйста, читайте внимательно, потому что я не могу повторять это миллион раз. Мне очень нужен слюр. Хорошо? Бери, там есть два. Тебе дать? Да, я возьму этот. Ну, я могу еще. Кому нужен слюр? У кого есть место для хила? Только одному человеку два сразу дам. Денис, тебя есть. Я просто... У меня зеленый баллон есть и пицца, если что. У меня есть вот место, так. Пап. Бери. И погнали дальше. Зона уже скоро. Кто-то снайпнул сейчас или что? Нет, это... А, это мы, да? Ну, да, кто-то из наших. Давай. Что? Денис, не упади, пожалуйста, не убейся. У нас не будет возможности тебе резать, что зона идет. А зона идет? Ну, тебе дробошами. Да, поэтому я и сказал, давайте топаем быстрее. Так. Не нашел. Конечно, в середине.
мы были в одном бастионе и все. Так, правило, Зефир, правило именно рандомно попадать в пати. Кто первый присылает запрос, того я и беру. Онлайн на Твиче маленький, очень маленький, но на Ютубе-то онлайн есть, в ТикТоке тоже есть, поэтому там как получится. Те, кто присылает донат или скины, попадают в пати. Донат один раз попадает в пати без очереди, скин играют сегодня на этой трансляции 3 раза. Вот. Такие условия. Либо еще как вариант есть, в ТикТоке есть возможность присылать пончик и попадаешь в пати. А если вы хотите подарочек в игре какой-то прислать, но скин это для вас слишком много, то в закрепленном сообщении написаны никнеймы моих детей. Снейк, Джон и Супер Макс, которым вы можете прислать подарочек и попадете ко мне в пати без очереди. Вот такие вот правила простые. Это сделано для того, чтобы, во-первых, рандом он и есть рандом, да, но те, кто хочет как-то поддержать или как-то благодарить, или как-то, не знаю, там, что-то помочь, те будут иметь возможность такое. Попасть в пати без очереди. Ну, ответь. Я ему пишу, что... Нет, я не даю, вот так... Да, ребят, он уже, Артем говорит, что уже начали клянчить у него «подари скин». Ребят, они донатили свои личные сбережения для того, чтобы покупать себе что-то, а не кому-то. Поэтому давайте будем немножко... Блин, почему я опять один бегу? Все, Тём, пожалуйста, очень много лишних звуков. Во-первых, у меня стрим. Это наверху здесь есть, да? И внизу вон там. Он в той стороне. Это курица, блин. Бегает. Бедная курица. Приземлился только что, тип. Фига, он. Мою турель, она даже не успела встать, как ее разбили. Фига, блин, это не ты. Где он, блин? Вон там. Ходит, да, походу? Да что такое? Они как ниндзя какие-то, я их не вижу даже, вон. У меня даже дробаша нету. Он не сел. Ребят, там белый, белый вообще вот здесь. Вот, да. Вот здесь. Это он тыкает тебя? Это я себя, потому что у меня дробаша нету. Там еще есть кто-то, нет, живой? Да, там ресурсы. Вот здесь? В том, в той коробке. Нужна помощь, ребят, очень нужна помощь, я не заспамлю их сам. Да вон, вон, уже вышли, вон. Есть один. Блин, меня ног. Еще одна пати прискакала. Мне повезло. Жава, где Жижа? Жижа был. Ребят, насчет можно ли со мной поиграть, читайте правила. Закреплены в чате наверху. А там, по-моему, они еще не ушли. А, они тоже, скорее всего, ушли. Там еще карточки, еще карточки. Стой, Олеж, еще надо забрать пацанов. Нифига он мощный. А, ну понятно, он с этим дурацким мечом. Хил. Этот сдохнет сейчас в зоне сам по себе.
Олег вообще рвет всех. Красиво сейчас, конечно, двигался. Офигенски. Карты, карты, карты. Еще одна карта, подожди, глобал, глобал еще. Вон он. Слюрп. Слюрп. Все, кайф. Три противника еще. Надо резнуться. Эту метлу. Она не получается. Заряжена. А, показывает, что заряжена. Так, ладно. Дальше что? Мои дети учатся в первую смену, да, ребят. Ответ там. Блин, офигенный. Это же... как это называется, эти скины? Это... Те, у которых там куча разных вариантов, по-моему, да? Не ори, пожалуйста. Я не понимаю, зачем ты так орешь. Джон, что происходит? Денис, ну пожалуйста, хватит тратить V-баксы на меня. Ребят, ну блин, я им они попросили, чтобы я им пополнил, теперь все сливают на меня. Мне аж уже неудобно. Эмоция прикольная, блин, карася она подходит, но аж неудобно. Так, Олежа, спасибо тебе большое за игру. Global Showroom, тоже спасибо за игру. Так, пока не понимаю, надо сначала. Все, пока, ребят. Спасибо, давайте. Джон, ты сейчас будешь еще играть или нет? Ты еще одну катку будешь играть или с братьями поиграешь? Все, тогда я... Все, выхожу. Так, ребят, беру Сталкер Феникс, раз. Сандлерс, два. Roblox Tix, три. Блин, Roblox Tix. Зачем ты мне прислал запрос, чтобы я поддавался к тебе в пати? Скажи, пожалуйста. У тебя работает микрофон? Ты можешь мне объяснить? Ты разрушил сейчас мою пати. Я тебя в этой игре больше не беру в пати. Я тебя баню на эту игру за то, что ты меня сейчас подставил. Понял? Коронку передаешь мне или нет? Чтоб я тебя исключил. Или я просто выхожу и беру... Ясно, все. Потанцуем и делаем вот так. Все. Ребят, за такое поведение, я каждый стрим повторяю, никогда не присылайте мне во время стрима запрос на добавление в ваше пати. Вот сейчас он разрушил мою пати, мы тратим время на то, чтобы собрать заново его, и все смотрят на то, как я в лобби еще с какой-то говеной картой, извините за выражение. Может, она и классная, но меня прямо это сейчас раздражает. Сандерс не успел. Сталкер Феникс был? Пожалуйста. Так, как он? Roblox T, да? Roblox Tix. Бан. Братан, за такое. Потому что я уже много раз просил так не делать. А. Сандер, скинь, пожалуйста. Да, я опять забыл. Проверь, пожалуйста. Есть... Тимофей, ты играл сегодня? Все, теперь еще одного следующего, кто попадет. Так, Тём, принеси обратно тетрадку, я посмотрю тех, кто подарочки присылал, чтобы дать им возможность в пати попасть сейчас. Пску, Ванчфок пишет. Всем привет, ребят, кто присоединился. Вижу Булат, вижу Артём, вижу Перфект. На последнем видео звука нет. Как это нет звука? Что? В ТикТоке нет звука? Бля, эти идиоты опять свой же звук забанили. Реально, меня бесит уже ТикТок, потому что я беру у них же в ТикТоке звук, и они же его банят. Естественно. Дебилы, блин, реально какие-то. Трансляцию забанили, да?
В ТикТок нет, в ТикТоке просто видео, которое я сегодня записывал. Я в ТикТоке взял звук, у меня уже второй раз такое. И они его сами же забанили, сами же свой звук, который предоставили. Ну придурки, реально, просто нет слов. Угу. Ну бывает такое. Мне тоже один раз, я раньше, когда видео в ТикТоке снимал, я сказал там слово «чёрт», и мне за это забанили. Короче, видео в ТикТоке, значит, будет позже, когда я смогу поменять там звук. Ждем, ждем, ребят, немножко. Надо подождать. Давайте пока сделаем так. Зайдем сейчас в Discord. Те, кто есть на трансляции. И запустим Java сейчас. У нас розыгрыш. Так. Где у нас? Вот здесь вот. Так повезло, что я в этот момент в лобби. Давайте так. Пока мы там ждем, я сейчас хочу... Во-первых, я хочу увидеть сейчас... Да, Rock 99. И канапе Тангин. Те, кто мне прислали подарочек, хочу. Это что? Как это можно понять? Ого, у сталкера этих карасиков. Блин, у меня только одного карасика. Так, сначала. Я вам так списывался. Так, ребят, подождите, пожалуйста, секунду. Нет, меньше шумов, пожалуйста. Очень тяжело так концентрироваться и что-то делать. Хорошо? Так, крутим и... сейчас рулетку, ребят, определяем приз. Джава, мне нужна твоя помощь. Блин, где оно, вот колесо? Надо посмотреть в магазине предметов сейчас цены, за какие есть у нас подарки. Я знаю, что... А что надо? Я могу помочь. 200 V-баксов, есть 300 V-баксов, есть 500 V-баксов, есть 800 V-баксов, есть 1000. Какой есть? Край? 1000 эмоций я именно? Или что? Хорошо. Так, подожди, не надо, стой. Кто у меня в пати, я просто не вижу сейчас. Пожалуйста, помолчи немножко, хорошо? Минуточку. Артём, от какого диапазона и шаг? Там 200, 300, 400, 500, что там? Цены мне нужно, какие есть? 200 есть V-баксов цены, разные товары. 300 V-баксов разные товары. Двести, 400 еще есть, да? Давай, так. Хочу подряд, чтобы они шли. Так, мне просто 400. 500. 800 есть. 1200. За 1000 ничего нет, да? И 1500, да, там есть еще? Ну, прекрасно. 200, 300, 400, 500, 800, 1200, 1500. Все правильно, ребят. В чате напишите. Ничего не пропустил. Если я пропустил, напишите цифру, которую пропустил. Цены на... в магазине предметов цены на разные. 200, 300, 400, 500, 800, 1200, 1500, 1600 есть? А что там за 1600 и за 1800, мне интересно? 1600 скины. Какие? Чудо-женщина. Скин вот этот. Грун Лассо, я не богатый, я просто стараюсь делиться. За то, что вы мне присылаете подарки и донаты, я хочу за это вас тоже благодарить. Потому что просто в одни ворота это не делается. Конечно... Признаться честно, донатов просто катастрофически мало, но мне хочется делать розыгрыши, чтобы за то, что вы смотрите видео, за то, что лайкаете их, за то, что вы со мной, за то, что ваше количество растет, хочется как-то вас немножко поощрять. Я думаю так, ребят, давайте вот до 1500, потому что реально на этой неделе просто, если подвести итог... Я могу показать, если хотите, если кому интересно. Там, да, давайте, почему нет? Покажу, мне скрывать нечего. Вот программка с донатами. Вот здесь вот все донаты. Неделя у нас началась какого числа? Просто, чтобы вы понимали, да, что я тут не миллионы грибу. Как некоторые думают. Началась неделя 9 числа. Давайте посмотрим. Блин, ну ладно, вот 7 дней назад. Да, был стрим. Это в субботу был стрим, по-моему, в прошлую. Вот...
от него, если смотреть, было 30, 30, 30, 30, 3 раза, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз по 30. 300 рублей за всю неделю. За 300 рублей сколько вы баксов можно купить? То есть я уже разыгрываю больше, чем мне задонатили. Давайте, крутим. Триста, слава богу. 300. Значит, будет еще розыгрыш, друзья. Хочу, чтобы вы были довольны. Так, окей, это убираем. Здесь сейчас Java делает розыгрыш на 300 V-баксов. Вам нужно быть в Дискорде, друзья, и нужно будет нажать под розыгрышем на колпачок. Сейчас все увидите. Я вот прямо сейчас в эфире в прямом говорю, пожалуйста, ребят, не пишите, а как участвовать. Я же сейчас прямо об этом рассказываю. Ну, серьезно? Вам нужно всем быть в Дискорде для участия в розыгрыше. На ТикТоке вы, на Ютубе смотрите или на Твиче, неважно. Вам нужно зайти в Дискорд. Есть ссылка на каждой из платформ, есть ссылка в шапке профиля. Вот, 10 минут на розыгрыш. Розыгрыш 300 V-баксов. Надо нажать вот здесь для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Давай. А у тебя Дискорд уже здесь установлен, нет? Господи, серьезно? Да. А, ты не умеешь писать. Блин, а мне надо переавторизоваться, получается, что. А здесь, подожди. Может, здесь есть. Попробую. Ребенок тоже хочет участвовать. Имеет право, в принципе, почему нет? А я имею право? Ребят, админы, можете даже не подавать заявочку на участие. Админы, хелперы, кто в команде сейчас есть. Хотя почему нет? Хелпер, разработчик карт может. То есть мне можно даже не кидать заявку, да? Ну вот я думаю сейчас, Java, правильно же будет, если команда не будет участвовать, потому что будут думать, что это подстава, все своим отдал, все остальное. Или как? Ребят, в чатике нацарапайте, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли давать возможность участвовать членам команды, те, кто разрабатывает карты, те, кто хелперы, кто помогает мне с ведением Дискорда, с контентом. Они тоже мои подписчики, тоже из ну, такие же, как вы. Накрутить никак нельзя. Этот бот такой. Да. Накрутить тут не получится ничего, потому что бот фиксирует одно нажатие. Если вы нажали, например, вот смотрите, вы нажимаете, смотрим, ждем, нет ничего. Еще раз нажимаете тогда, вот, появилась вот такая табличка, значит, вы уже участник розыгрыша. Сейчас всего 10 человек участвуют в розыгрыше. Если вот такая табличка появилась, все круто. Можете дальше уже хоть 10 раз нажимать, оно будет писать, вы уже участник. Вот. Если вы хотите дать возможность другим выиграть, если у вас достаточно V-баксов, скинов, там, эмоций, все остальное, вы не хотите участвовать. Вы нажали сначала участвовать, потом думаете, а нет, дам я вот другим ребятам возможность. Нажимаете сюда Leave Giveaway, и вы выходите из розыгрыша, вы больше в нем не участвуете. Вот. Так что вот сюда вот на кнопочку нажимайте. Денис, куда ты там нажимаешь? Нажмите, ребята, кто не может зайти, нажимайте наверху просмотр канала. Если у вас нет вот этой вот штуки, розыгрыш, вот такой вот под общением, нет розыгрыш, нажимайте вот сюда просмотр каналов и нажимайте все галочки, которые здесь стоят, чтобы у вас все отображалось. Тогда у вас будет отображаться вот здесь вот эта графа розыгрыш. Сейчас 11 участников розыгрыша. Осталось еще 7 минут, ребят. Сейчас я тут попробую Супер Максу тоже Дискорд включить. Давно не заходили.
Брым, брым, все запросы, 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 запросы. Друзья, мы сейчас с вами. Так, а я не понял, у меня видно вообще, не видно? Да, видно. Все супер. Все видно. Давайте пару раз нажму сейчас на участвовать, чтобы у меня появились. Чтоб над видео это было. Все, вышел из участников. Нажать надо вот сюда в Дискорде. Вот графа розыгрыш. Нажимаем вот сюда. Сейчас разыгрывается подарок на 300 V-баксов. Дальше будет дальше. Грунлас. Пишет, я челу донил 300 рублей за 3 раза, а он меня не заметил. Ты сейчас о ком, Грунлас? Ты понимаешь, что это мой чат, и все думают, что ты про меня пишешь. Такого не было, что ты мне донил 300 рублей за 3 раза. Ну, или я такого не помню. Я могу сейчас прокрутить, посмотреть еще всю статистику по донатам вообще за все время. Кстати, реальная статистика по донатам за все время. За... Почти сколько уже? 3 месяца скоро будет, да? 27 числа. Сейчас покажу. Вот она, реальная статистика. За 3 месяца. Вот умножьте и поймете, сколько это. На вебку я потратил 65 евро. На комп 1300. На все про все еще остальное я молчу. Один коврик там 30 евро стоит. Ну, короче. Что об этом говорить? Я сейчас быстренько минутку отойду. Да, пожалуйста, есть еще время 5 минут до конца розыгрыша. Ребят, всего 13 участников. Больше никто не хочет принять участие в розыгрыше? Или никто не может? Сейчас мы будем... Вот еще сейчас Максим будет участвовать. Вот. Оп. Супер, Макс. Да. Почему, Джао, почему с 2 раз только срабатывает кнопка? Первый раз нажимаешь, она не срабатывает. Второй раз нажимаешь, она срабатывает. Должно срабатывать с первого раза. Ну вот почему-то так не работает. Я вот у Супер Макса сейчас тоже нажимал, только со второго раза. И у Снейка тоже со второго раза, и у Джона. И что? Да, что у нас, мне кажется, можно сделать розыгрыш среди них. Среди кого? Как участвовать? Я делаю среди вас розыгрыш. Лим, приветики. А, ребят, я понял, про кого идет речь. Сандлерс пишет, да, они должны участвовать. Сандлерс, ты в команде, между прочим. Твой голос не засчитывается. Но есть, в принципе, ребята, которые пишут, что тоже должны вы участвовать. Нажимайте тоже. Кто в команде находится, тоже можете принять участие в розыгрыше. Потому что, в принципе, здесь рандом, и кому попадет, тому попадет. Тому и повезет. Шаркштейл, мы запустили вот еще 2 минуты до конца розыгрыша. Еще успеет кто-нибудь нажать кнопочку зарегистрироваться. Ссылочка на Discord есть в описании, в шапке профиля YouTube, Discord и TikTok. Я участвую. Эх, я не выиграю. Ну, если такой настрой будет, видеть, то ты не выиграешь, естественно. В ТикТоке нет на трансляции веб-камеры, но Дискорд есть в шапке профиля в описании, ребят. Могу его показать даже, если вы мне на слово не верите. А нет, ты прав, его удалили. Это очень интересно. Почему? Это забавно.
Ребят, значит, надо на Твиче и в Ютубе смотреть, потому что... Грунласа, что за капслог в чате? Что значит твой голос не засчитывается? Ты нажимаешь на кнопочку вот сюда. Если ты нажал один раз, и у тебя ничего не появилось, вот такая вот табличка не появилась, значит, нажми еще раз, и все появится. 35 секунд, ребят. Блин, тиктоки реально удалили, походу... Проблемки какие-то. Нельзя, может, расставлять там, оставлять ссылки. 20 секунд. Блин, хочется написать им вообще все, все самое нежное, что я про них думаю, про этот TikTok, блин. Как можно свой же звук удалить? Бараны, блин. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Сейчас будет победитель. 15 участников, между прочим. Кофе 2. Кофеек, Макс, я тебя поздравляю. Круто. Нет, кофе, кофе. Вот, смотрим, ребят, то, кто участвовал. Вот здесь вот есть кофе победитель. Есть вот все ваши никнеймы, кто участвовал. А почему я участвовал, если я нажал потом не участвовать? Ну вот, смотри. А, я потом нажал еще раз. Ну, пофиг, короче, все равно не выиграл. Если было бы так, все равно переиграли бы. Вот. Ребят, вот ваши никнеймы, кто участвовал. Супермакса вижу, Снейка вижу, Джона вижу из моих. Не вижу Джаву, не вижу Санлерса вижу. Короче, друзья, кофе, выбирай подарок. Все. Отключаю демонстрацию экрана. Кофеечек, напиши мне, пожалуйста, в чате. Ребят... Если кофе сейчас на стриме, то поздравляю его с победой. Я вчера съел барана, пишет Пападзила. Круто, я очень соскучился реально по ягненку. Хотел бы тоже какой-нибудь шашлычок или что-нибудь такое. Магазин предметов. Друзья, смотрим. 300 V-баксов. Что у нас есть? Да, это сложно. Не слишком много всего за 300 V-баксов есть. Но в любом случае надо, чтобы Макс выбрал. Вот, есть мастер. Выбор маленький. Есть бет-сигнал. Два. Музыка вот эта, по-моему. Она вообще 200 стоит. Где-то еще. Вот, за 200 есть глаза на выкат. Все, здесь. А что это 300? Это 800, это не то. А кофе разве на стриме? Кофе 2. Кофе, ты не на стриме? Если ты не на стриме, значит подарок не получишь. Сейчас переиграем. Нет, Дим, я видел кофе в DS точно. Ну так вот именно, что вышел. Только в DS. Ты Everyone не ставил в DS? Нет. А, кстати, а что такое Everyone? Это для всех, чтобы всем пришло уведомление. Мы специально не ставим для того, чтобы те, кто просто сидит в Дискорде, там 130 человек, чтобы они не подавали заявки на розыгрыш, а только те, кто на стриме есть, чтобы было по-честному. Так, кофе даже, походу, не знает, что он выиграл, да? Или он мне сейчас наяривает в личные сообщения? Нет, не вижу в личных сообщениях. Что я могу сказать? Подождем чуть-чуть, появится, не появится. DS. Есть хлыст. Короче, тогда чем мы тратим время на магазин? Погнали играть. Sunners, Stalker, Phoenix. Пожалуйста. Канапе, Tangent или Darock 99 есть сейчас в онлайне? Кофе, если ты на стриме, ответь мне.
Ребят, прекратите у меня выпрашивать, пожалуйста, подарки или скины, или еще что-то такое. Если я каждому буду дарить скин, мне нужно ограбить не один банк. Мне по сотни сообщений в день приходят в личные, в ТикТоке. В Ютубе пишут, типа, подари скин? Нет, или в ТикТоке? Сейчас ТикТок. Да и везде пишут, постоянно пишут. Просто, ну, я не понимаю такого запроса. Я не могу всем раздаривать скины, правильно? Блин, Снейк в группу приглашаю. Все, переигрываем, да? Окей, значит, переигрываем. Жалко кофе. Ну, а мне не жалко, потому что если ты не на стриме, а подаешь да, заявку виноват, на розыгрыш, это нечестно. Тогда что, еще раз крутить, получается, заново? Это еще 10 минут. Да все, вот тебе 300 баксов эти опять разыгрывать. Что еще раз? 300 баксов опять разыгрывать. Ну да, просто еще 10 минут на это уйдет. Ну, давай переиграем. Крав, стой. Что значит крав, стой? Пишет, стой. Там переигровка есть. А, вот тут вот есть переигровка. Так, а где сам этот розыгрыш? Куда он делся? Почему он исчез? Его... А, вот он, наверное, да? 14 октября, да. Нет, ты сейчас создал. А где предыдущий? Куда он делся? Я его удалил. Блин, там переигровка он есть, говорят. Мне там переигрывают. Только, что говорит, я команды не знаю. Так откуда ты знаешь, что это есть? Это написал этого бота. Кто? Кто его написал, Джо? Никто его, я не знаю. Кто-то его написал. Короче, давайте нажимайте участвовать вот здесь вот, ребят. Я уже нажал. И переиграем. Потому что те, кто не находится на стриме, не имеют права участвовать в розыгрыше. Это логично. Потому что вы тратите свое время, вы смотрите, поэтому у вас есть шанс выиграть. Все остальные, кто не хочет на это потратить время. Кофе 2, это хелпер пишет. С чего вдруг кофе? А, это хелпер, да, кофе 2. Я даже не знал. С каких пор он у нас хелпер, Джо? Так, в любом случае, сказали, что хелперы могут участвовать. И команда тоже может участвовать. Потому что это такие же подписчики, как и вы, кто сидит сейчас в чате. Только те, которые еще и бесплатно помогают мне с развитием, продвижением проекта. Они не получают ни зарплату, никаких бонусов. Поэтому будет справедливо, что они будут иметь возможность хотя бы участвовать в розыгрыше. Бот не мой, тут накрутить никак нельзя. Ну, вот в том-то и дело. Михаил Братков, я тебе отвечал насчет Кофе 2, это хелпер. Хелперы и разработчики карты, команда проекта и спецадмин все могут участвовать. Абсолютно. Потому я что, сейчас просто на телефоне меня... то в Дискорде, то в Ютубе. Просто скачу по ДС и Ютубу. Куда-сюда. Друзья, в ТикТоке расшарьте немножко трансляцию, раскидайте друзьям, знакомым своим, чтобы чуть побольше людей было. Сейчас в ТикТоке всего 2 человека смотрят. Вроде суббота сегодня, вроде бы как-то должно быть иначе, а получается совсем все грустно. Почему-то. Прям аж обидненько даже чуть-чуть. Джо, тебе обидненько? Насчет того, что... суббота, а никого нет на трансляции. Вообще плачу уже. Бля, плачу, да? А мне реально обидненько. Я потому что мог бы по-другому совсем субботу свою провести. Ну, это проблемы мои. Правильно? Все, я сделал то, что попросил. 13 участников уже вижу. Ребят, сейчас разыграем подарочек и будем дальше играть. Да, ребят, надо опять заново нажать, потому что сделали, создали заново. Там администратор говорит, там нет переигровки никакой в этом боте. Давай, знаешь, что будем делать? Java, давай ставить троих людей победителей.
И первый, получается, кто будет в списке вверху, тот будет являться победителем. Если вдруг его нет, как сейчас было, то второй переходит подарок второму. Если нет второго, то третьему. Я думаю, что это будет намного удобнее, чтобы не тратить по 10 минут на переигровку. Так, там по счету идут. Кто первый нажал, тот появился в первом списке. Нет, я по этому имею в виду. Им кофе сейчас в чате общения пишет, типа, я ему написал, кофе, ты везунчик, он бы сейчас ответил, в смысле? А зачем ты написал ему? Кто тебя просил? Человек не на трансляции. Зачем сейчас вот эту мутить болото, скажи? Он сейчас начнет возмущаться. Я тогда написал, я же не знал, что они на стриме. Пусть так попробуй. Ребят, можно пополнить команду, можно стать хелпером, можно стать разработчиком карт, можно стать креативным дизайнером для создания обложек аватарок, обложек на карты, которые мы делаем. Вот. Аналитика можно, можно кем угодно. Команду еще пополнять и пополнять. Очень много задач, очень много проектов. И я пока эти проекты не могу реализовать, не могу запустить, потому что меня на них, на всех не хватает. Когда сколочу команду более-менее стабильную, которая будет иметь способность выполнять задачи, я буду запускать дополнительные проекты. Да, буду еще стримить, играть в пати, ребят. Гадзив, ты пропустил розыгрыш, но ты его не пропустил, потому что мы его перезапустили заново. Тот человек, который оказался победителем, он у нас не на трансляции. А розыгрыш... Мачо, вот это за новая форма тут Java сделал. Давай сейчас не будем обсуждать это, хорошо? Ребят, вот розыгрыш. Заходите в Discord у меня во вкладочку «Розыгрыш» с вот такими двумя подарочками. И здесь нажимаете на колпачок. Пока не появится вот такая вот табличка. Сейчас я покажу, как она должна выглядеть правильно. Вот, я сейчас нажму «Участвовать». Смотрите. Еще раз, потому что не появилась табличка. Вот видите, два раза нажимать приходится. Все. Появилась вот такая табличка, и здесь красная надпись «Leave giveaway». Это если вы нажмете, то вы выйдете из розыгрыша, вы перестанете в нем участвовать. Вот, если такая табличка появилась, все, вы участник розыгрыша. Я сейчас уберусь отсюда, чтобы не было меня там, чтобы не мешать. Вот, а вам нужно добавиться. Привет, монстрик, можно со мной поиграть? Даже не просто поиграть. Так. Апсолат, ты пишешь, ты знаешь, что бразер это клубничка, это, по-моему, да, и баклажан. Не знаю, что это значит. Надеюсь, что это что-то хорошее, а не что-то плохое. Так, монстрик, играем мы сейчас после розыгрыша. Рандом наберу в патере ребят, те, кто присылает донат, на него ссылочка есть в YouTube и в ТикТоке. Ой, на Твиче. Те попадают место в пати без... рандома, без очереди, просто сразу на следующую каточку. В ТикТоке есть цель трансляции пончики. Если присылаешь пончик, тоже попадаешь сразу в каточку. А, дальше что у нас тут есть? Java не берет. Что не берет Java? Java сейчас со мной на связи, ребят. Что он должен брать? Про хелперов. А, хелперов? Почему он не берет? Потому что пока что мест нет. У нас ограниченное, да? Ну, блин, да. Надо просто, чтобы хелпер был полезен. Мы сейчас вот Sunlers и кофе. Видите, у нас два хелпера. На самом деле их не два, еще есть кто-то, да? Да. Где-то еще есть. В общем, ребят, мы сейчас смотрим на работу этих людей. И в следующую субботу будем подводить итог. Кто-то будет нас покидать. Поэтому будет опять открыта вакансия хелперов. А так сейчас все, что связано с видео, все, что связано с графикой, все, что связано с созданием карт, это все сейчас пустые места практически. Через 3 минуты закончится розыгрыш, мы узнаем, кто победитель, я вручу подарок, и мы дальше пойдем играть. Вот это меня бесит, что тут аж 10 минут надо ждать. Реально, трансляция просто тупо висит в это время. Может быть, нам запускать розыгрыш, уходить, играться, а потом опять запускать, ну, в смысле, смотреть, кто выиграл, и выдавать. Было бы неплохо, да. Потому что сидеть на циферку, смотреть, как она тикает, вот это вот прям вообще не кайф.
До скольки ты еще стримить будешь? Можно ли с тобой поиграть? Если уже говорил, то не слышал. Извини. Спикин, я буду пока стримить где-то час точно, может даже больше, может 2 часа. Сложно сейчас сказать. Поиграть можно. Правила описаны вот в закрепленном сообщении на YouTube и на Твиче. В ТикТоке не могу писать в чат, поэтому не могу закрепить сообщение. Там, оно, в принципе, там и не закрепляется. Да, чат не пишется в ТикТоке. Для того, чтобы попасть в пати без очереди, это нужно прислать донат. Либо, если хотите поиграть в пати сегодня, вот акция такая, 3 раза можно сыграть, если присылаешь скин. Такой вот прикольчик. Если хотите прислать какой-то подарок, то подарок нужно присылать кому-то из ребят, которые написаны в закрепленном сообщении. Snake, John или Supermax. Это 3 моих детей, которым, если вы присылаете подарок, тоже попадаете ко мне в пати без очереди. 20 секунд. Ребят. Ты вот на 3 раза берешь вообще за любой скин или минимум 1200 баксов? Извини, я кричал на детей, поэтому я тебя не слышал. Я спрашивал, вот ты берешь 3 раза игру за любой скин или именно минимум 1200 баксов? За любой скин, абсолютно. Если это скин, любой. А ты в него уже играл? Снейк выиграл. Снейк выиграл. Снейк! Ух тышка. Давайте посмотрим, кто принимал участие. Ого. Я тебя поздравляю, сынок. Круто. Вот я задоначу. Блин, не то нажал. Давайте посмотрим, кто участвовал у нас. Вот, участники все были. Так, Супермакс тоже был. Джон тоже был. Потому что иногда было такое, что Супермакс не попадал. Все, и выиграл у нас Снейк. Супер! Это интересно, такого еще не было. Сколько раз они участвовали, у них не получалось. Ты выбрал подарок? Я? Насколько, на 300 попал? Да. Нет, еще. Мы в игре. Давай посмотрим. Когда и ты ему будешь больше. Можешь пока сыграть? Грун Ласов спрашивает, как меня там нету, у меня все было. Ребят, если было, то значит ты там есть. Если не было, значит тебя там нет. А почему сейчас уже ссылка не активна? Джава, что случилось с ссылкой? Да блин, ты что, удалил бота, нет? Нет, giveaway, вот это summary. Нет, все активно. А, все, у меня что-то не загрузилось она. Грун Ласу, Грун Ласу, Грун Ласу, Грун Ласу. Я не вижу Грун Ласу. Ребят, надо нажимать, пока у вас не появится табличка. Каждые 5 минут, каждую минуту, наверное, об этом повторяю. Спикин, нет очереди никакой. Очередь это для тех, кто донатит. Она как бы, если много донатеров, да, тогда есть очередь. А так, рандом, рандом. Все, вот у нас есть сейчас Тимофей, Санларс, кто уже попал в пати, потом я устроил розыгрыш. И у нас есть еще одно место в пати, которое сейчас будет заполнено. Просто первым, кто пришлет запрос на добавление в пати. Вот, Роман Ураган. Все, погнали, ребят. Нажимаем готово. Проиграл. Все, буду, в общем, следующий розыгрыш буду делать так. Запускаю розыгрыш, показываю, что он запущен, показываю, как нужно сделать, чтобы в нем принять участие. И уходим в игру, играем катку, потом приходим в Discord и смотрим результат. Ребят, проверяйте, когда участвуете в розыгрыше, чтобы у вас появлялась табличка, что вы принимаете участие в розыгрыше. Санек, привет. Монстрик, тоже привет. Чтобы поиграть со мной без рандома, то есть не пытать свое счастье, нужно в ТикТоке прислать пончик. И тогда я сразу добавлю следующую каточку. Если подарочков, никаких донатиков нет, то тогда попадайте в пати рандомно, кто первый пришлет запрос. Тёма, а почему не заполнено еще?
Артём, мне очень надо, чтобы ты записал. Реально. Я ничего не понимаю. Давайте вот на мою метку. Нифига себе. Ну давайте, далековато, конечно, я считаю, ну окей. Полетели. Кто на два... А кто два на Твиче сидит? Кто второй на Твиче сидит? Спрашивают. Ребят, кто второй на Твиче сидит? Напишите, пожалуйста, в чате. Человек вышел. Сейчас каточка закончится, будем делать розыгрыш. Ребят, не пропустите, катка может закончиться в любой момент. А сколько розыгрышей? Посмотрим. Дим, кстати, а ты не думал о том, чтобы играть вот в этот вот новый режим на стриме, а не только в королевстве? Нет, не думал. Чуть не убили, человек просто раньше гробовик взял, прям 8 хп осталось. Да что ж ты потерялась? Нет ресурсов, что ли? Кнопки опять переставились. Почему у меня переставляются кнопки сами по себе? Не знаете, ребят? Без понятия. У меня есть второй аккаунт твинковый, на котором я иногда записываю карты. И у меня там постоянно настройки дурацкие. Вот там типок. Ребят, отметил вам типочка. Блин, я вообще далеко от вас. Да оба от меня не очень близко. Далеко. А вот Дима теперь ближе. Босса убивают. Нам бы тоже к ним спуститься, типов забрать, если чё. Босса убивают, да? Нет. Пойдем посмотрим. Вот его и убили. А вот и человек. Сталкер, подними меня. Наградил его тыквой. Боже, спасибо большое, носитель. Он меня не заметил, я его дал. Наверху что ли? Где они бегаются? Или вот внизу? Тут прям. Он меня с этого убил, с катана. Ёлки-палки, да где вы?
Да вы внутри, что ли? Ребят, ну ответьте кто-нибудь, блин, вы внутри или где? Неужели сложно сказать? Блин, трындец, короче. И пока не уйдут, кто у него катана, его, можно сказать, вообще невозможно увидеть. Серьезно? Жми катан. Я сам себя убил, красота. Блин, она мощнее, это золотая. Ну да. Блин, ну вот это я натупил, тут была катана его. Ну да, да. Ладно. Ладно. Не повезло. Все, ребят, спасибо за игру. У нас, кстати, кто-то уже ливнул, да, из пати, я так понимаю. Что, трех рандомно, первых трех приславших мне запрос на добавление в пати, я приму. Джава, ты еще со мной на связи, нет? Я подпишу. Что-то там было у нас в чате, что я пропустил, чтоб я ответил. Что я заметил первым? Ребят, первый. Грун Ласса, что там тебе кофе ответил? Что опять да продолжаешь мутить воду? Ну что такое? Пинкман, привет. Чё, кстати, Снейк, ты будешь получать подарок свой? Не хочет, короче. Давайте разыграем еще один подарок. Крутанем сейчас рулетку. Вот, колесо удачи. У нас 300 уже выбыл, да? Все, крутим без 300. Okay. Сейчас. А, захват экрана. Забыл включить. 400. Не везет сегодня. Подарок на 400, друзья. Давайте быстренько сейчас замутим на 400 розыгрыш. Я покажу вам, что нужно делать тем, кто есть на трансляции. И... пойдем дальше играть. Я на этого босса трачу все свои патроны на все. У меня уже на ПП. Это на основное оружие. Кофе пишет, у него во время интернета отключили... во время розыгрыша отключили интернет. Давай так, если... Джава, просмотри, пожалуйста, весь чат. Если ты увидишь хоть одно сообщение от Кофе в чате, значит, мы ему вручаем его подарок. Получится, что это мой косяк. Я с ним решил, я уже вопрос. Ребята, вы с Кофе играете? С Максом? С Хук Кофе? Нет? Нет? Нет. Ты запустил розыгрыш? Нет? Не, не вижу. Нету. Нету, нету, нету. О, Жижа написал. Потом, потом отвечу тебе, братан. Жду розыгрыш. Жду розыгрыш. Нельзя сделать, расширить. Ну ладно. Пам-парам-пам-пам. Мишаненок пишет. Привет, Дима. Привет, Миш. Привет. Джав, что там с розыгрышем? Что сделал? Не появился еще. А сколько? 400.
Блин, мне интересно, там... А, нет, в прошлый раз тоже у меня было подозрение, потом было рандомно. Наверх, скопировать, вращать, скопировать, очистить все. То есть нет настроек даже здесь приоритета, типа от меньшего к большему или еще что-то типа того. Раскручено колес уже 25 миллионов. Нифига себе тут пользуется. Ну что? Давай уже запускать Java. Да, у них бот лег. О, вижу. Все, розыгрыш 400 V-баксов. Вам нужно нажать вот сюда, вот, на эту кнопочку. Если появилась вот такая вот... Так, а почему мне пишет... Что пишет? Без кнопки Leave Giveaway. И не добавилось число участников. You cannot enter. Ну, типа, я уже... А, он исчез. Что-то с ним забагалось. Нет розыгрыша, Джо. Все. Так, приветик Дима, ответь на вопрос, пожалуйста. А, у него ушел чат наверх просто, да? Ясно. Все, нажимаем. Ребят, вот сюда, вот на этот колпачок. Если не появляется ничего, нажимаем еще раз, второй раз. Появляется вот такая табличка. Значит, вы участник розыгрыша. Вот тут красная надпись появляется. Leave giveaway. Не нажимайте на эту надпись, иначе вы выйдете из розыгрыша. Я нажму, чтобы меня здесь не было, чтобы я не мешал там. Все. Запустили розыгрыш. Теперь, друзья... Идем играть. Дальше, пока идет розыгрыш, мы поиграем. Подарок. Что? Ты выбрал? За 300? Да. Восьмерка. Эмоция восьмерка. Где она у нас? Вот это вот? Да. Все, эмоция восьмерка. Подарить другу. Выиграл предыдущий розыгрыш мой сын. Ему повезло. Снейк. И это не подстава, это реальный рандом. Так что... Ну давай приз кофе. Кофе приз тоже? Да. У него проблемы там какие-то были. Придется, видите, мой косяк, придется мне еще один приз выдавать. То есть разыграли один раз, но кофе выиграл, но его не было в онлайне. Ты проверил, да, он был в чате до этого в игре? У меня проблемы с инетом, Дискорд не мог зайти. Проблемы с инетом, Дискорд не мог зайти, а в трансляцию смотреть тоже не мог, получается, да? Инета не было же. Я понял. Все, давай тогда. Мне надо от кофе в чатике информацию, какой ему подарок. Ты участвуешь, я уже нажал тебе участвовать. Сейчас 11 участников в розыгрыше, ребят. Добавляйтесь, нажимайте кнопочку. Ребят, сейчас разбираемся с подарком, потом сразу после подарка двух первых добавлю, потому что, видите, немножко опять зависли. Короче, кофе не дает информацию. Я не буду ждать, потому что стрим превратился в какую-то какофонию. Я вас уже всех утомил, наверное, вы уже все задремали. Погнали играть. Все, от первых двух беру в пати и играем. Потом, когда будет информация от кофе, какой подарок, я ему его отправлю. Два первых, ребят. Максимум бисквит. И еще следующий кто. И... Ах, какой у тебя прикольный скинчик. Красава. Улыбающийся Бэтмен, да? Хотя это, блин, Джокер, а не Бэтмен. Это Бэтмен. Да какой это Бэтмен? Он тощий. Страшный. Ничего страшного. Да. А меня сейчас хорошо слышно? Нормально слышно. Ребят, кто-то еще играет, нет? А то я наушники просто поменял. А, Джава, ты опять на одного победителя сделал, да? А на сколько надо было? Я же сказал, давай делать на троих, и первый, кто будет в списке победителей на сайте, тот получает приз. Если его нет, то мы выдаем приз второму. И без всяких потом переиграть и все остальное, не тратить по 10 минут времени каждый раз. Делай все время на троих, хорошо? Я буду озвучивать. Ребят, нажимаем, готово. Максимум бисквит, Red Макасин и Спелый Карась.
Как же он тупо смотрится. Серфер. Это кореш Харли Квинн. Спортивный карасик. Что он? Полетели. О, у него прям крылышки, видите, под руками. Перепоночки такие. Класс. Сколько лет этому? Который на спине. Пап, откуда у тебя та эмоция? Подарили мне. Ребят, Джон, Снейк, Супермакс, никаких, по-моему, подарочков больше не прилетало. Вы хоть в лобби выходите, чтобы проверять, а то вы играете, там, наверное, все время готово нажимаете. Может, уже поприлетало. Снейк. Блин, Артем, вот честное слово, я очень зол на тебя. У меня просто слов нет. Капец. 10 раз просил, блин, записать список. Это просто такая сейчас лютая подстава, Артем. Выключай на сегодня компьютер, все. Если ты не можешь одну мою элементарную просьбу выполнить, значит будет так. Давай, вырубай комп. Реально, блин, я 10 раз попросил уже. Сколько стрим идет? Я его начал... 2 часа. За 2 часа, блин, не смог выполнить мою просьбу. Это просто трындец. Кофе написал. Кофеечек написал, да? Вот. Я здесь, вот я, Java. Напиши, что тебе подарить за 300, да? У нас там 300 был диапазон. За 300 V-баксов. Напиши, что тебе подарить. Ребят, никто не ставит, да, куда мы летим? Полетели тогда вот сюда, на поля. Меня, боевой кетчуп. Ну сколько еще? Сколько еще чего? Что тебя? Я не понимаю тебя, Тёмыч. Сейчас розыгрыш в Дискорде. Да, идет розыгрыш в Дискорде. Друзья, кто присоединяется к трансляции, заходите в Дискорд, там идет розыгрыш в разделе розыгрыши. И там добавляйте, пожалуйста, себя в этот розыгрыш. Нажимайте на колпачок, и у вас должно быть под розыгрышем появиться такая табличка, что вы участвуете в этом розыгрыше. Так, розыгрыш. Понятно. Ай, помогите. Розыгрыш на 400 баксов? А где тут вкладки розыгрыш? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Офигеть, с одним ППХ с нулями патронов, конечно, было сложновато. Прекрасно сыграли. Просто зашибенски. Пока ты искал там розыгрыш, нас убили всех троих. Нет, часть команды, блин. Да, спелый карась с таким лутом сейчас всех победит. Да стой, они там по-любому еще где-то бегают. Вон на крыше сейчас увидите тебя по-любому. Так это, ППХ возьми. Ты чего, у тебя оружия нет, нет. Тут ноль патронов, если что. Улетай на таране. Не, это было очень глупо. Так, друзья, там как раз розыгрыш, наверное, уже подошел к концу, да? Ну, через сколько-то там показывают? 2 минуты. Через 2 минуты? Через 2 минуты? Да, конец. Давайте тогда наберу сейчас пати, ребят. Все, спасибо за игру. Так уж быстро она прошла у нас. Давайте дальше. Трех первых людей. Слончик. ЕР7 Альманах. И... Алло. Привет. Шанёнок, привет. И боевой кишмак! Я тебя поздравляю, Артём, это свершилось. Какой 4-й стрим уже? Обалдеть. Супермакс не успел. Сорян, братан. Следующую карточку я тебя возьму без очереди, Максим. У тебя еще сегодня есть одно место. Сейчас мы все будем караси. Ура, наконец. Пока летим,
Через минуту закончится розыгрыш. Пока сейчас мы загружаемся, пока будем лететь. Тёмыч, я тебя очень тоже рад видеть. Мы с тобой уже 1000 лет не играли. Вот. А. Так, что у меня там есть интересненького? Видите, а звука нет. Прикольный танец. Но я не могу. Все, я тоже теперь карасик. Очень романтично выглядит карасик. Ребят, розыгрыш закончится через 40 секунд в Дискорде. Если кто-то еще не успел, можете успеть зайти и нажать кнопочку «Участвовать». Уже 18 участников на этом розыгрыше. Сейчас мы узнаем, через 30 секунд мы узнаем, кто победитель. Розыгрыш сейчас подарка на 400 V-баксов. Два подарка по 300 уже сегодня выиграли. Я от Танец Ниндзя кофе хочу, да? Если успею сейчас, то отправлю. Дима, а. Поздравляю с 2000 подписчиков. Спасибо, это было просто... Вот, Танец Ниндзя, подарить другу. Кофе, правильно у нас? Не успел. Дурку выбери. Ладно, не успел. Потом, значит. Кофе, напиши правильно, как твой ник пишется в игре, пожалуйста. Хуге кофе, по-моему. Я выиграл. Мне тут you won the 400 ВБ. Сейчас посмотрю. Мишенёнок, да, реально. Вот это типа... Сюда! Ты в пати попал и еще и выиграл. Офигеть просто. Сейчас я открою. А только, что... только, пожалуйста, не удаляй Java, не удаляй розыгрыш, я тебя умоляю. Я хочу посмотреть, показать всем. Пока вот мы еще не летим. А я очень хотел, короче, эмоцию за 500, но ага. Она за... Ну, то есть, розыгрыш на 400. А почему мне до сих пор пишет, что здесь через 50... А, это конец. Уже растет. Я так рад, что я выиграл. Выиграл Мишанёнок. Это и принимали я. Участие. Вот, ребят, кто принимал участие в этой в этом розыгрыше. Я ну, очень ладно. Хотел эмоцию за 500, но а выиграл за 400. Не повезло. Да. Ну, я знаешь, но какую эмоцию? Тоже. Можно? Да, можешь выбирать. Да, ребят, ну, это то... очень далеко, Нектар город. Давайте поближе какой куда-то. Далеко. Это нормально, долетим. Давайте попробуем. Я в шоке. Я в первый раз в твоем стриме выиграл. А я ни разу в моем стриме не выигрывал. Это первый раз. Потому что я очень долгий подписчик. Я еще с 1000 подписчиков подписан. С 1000. Так это 1000 была, когда уже полтора месяца было, по-моему, да? Или месяц и неделя было каналу, 1000 подписчиков было. А есть у нас вот кто еще там, когда человек 50 было, наверное, от силы. Да я там. Да, вот боевой кетчуп там. Или кишлак ты сейчас. Кишлак боевой. Да, я в шоке, что я выиграл. В рядах первых просто там где-нибудь очень-очень далеко. Еще, наверное, когда канала не было, да? Или был уже? Да не. О, тут кто-то тусуется. Розыгрыш будет, конечно, еще. Конечно. Я сегодня психануть решил и вас всех поудивлять. Алло. А сейчас шерчит? Да. Да? Ай, меня нокнули. Да блин, альманах, ты чё стоишь там сверху? Ёб ваш... Ну... Нафига вы в пати приходите? Стоите и что-то, блин, сидите там и ничего не делаете. Ребят, я один, блин, сражаюсь, что ли, или что? А, ну понятно. Тут вообще в другом краю, ребята. Вот здесь вот двое и вот здесь двое. Как это, блин? Что это за пати? Что это за КБ-4, ребят? Как так можно вообще играть, скажите? Да ну вас в баню, реально. Вы заколебали так играть. Мишанёнок, ты меня сейчас рядом со мной подвел, потому что ты стоишь просто и ничего не делаешь, когда я сражаюсь с противником. Что такое? Кишлак завис. Все. Походу интернет пропал. Лёша, как всегда, тоже фиг знает где, блин.
реально, я ненавижу, когда ребят вот так приходите в четверки играть, и каждый сам по себе. Зачем вы приходите в четверки? Зачем вы мне просто портите игру? Я ни одной коронки сегодня, блин, не взял. Конечно, у меня нищетание было, да, мой косяк, я упал, не смог зацепиться за полкон, там, подустал чуть-чуть. Но, ребят, ну... Ну, короче, я не понимаю, реально. Когда был первый раз стрим? Первый стрим был у меня вообще по закрытой ссылке еще до того, как я начал вести канал. Это я проверял. Что происходит? Почему у меня сейчас звук пошел? Кто-то вышел из пати, да, я так понимаю? Да, боевой шлак. У него заглючило, выкинуло, скорее всего. Все, поиграли. Выходим, набираем новые пати, ребята. Сейчас я отправлю. Пол стрима ждал и умер. Да, это я, снизу. Это я выиграл. Все, Тёмыч, можешь оставаться в пати. Лёша, Мишанёнок выходит, потому что у Тёмы выкинул, а он выиграл. Можешь подарить, это я выиграл. Да, да, конечно. Мишанёнок, это я. Тебе что? Танец маленьких цыплят. Танец маленьких цыплят. Все, окей, супер. Заходим в магазин предметов. Выбираем танец ниндзя. Это для кофе. А, ну вот, цыплят вижу. Давай сначала цыплят подарим тогда. Так, у тебя 400, Миш. У тебя 400, а танец маленьких цыплят 300 стоит. Напиши в чате, точно ли танец маленьких цыплят. За 100 ничего нет, и я не буду никуда их переносить на потом. Если вы выбираете подарок я дешевле... Вообще это... иногда врубили. Уже вот. Включили. Ё-моё, так, кофеёчек. Лови. Кофе. Мне напомнили, что нужно обертку делать. Не знаю, конечно, что в этом такого особенного. Ну вот, правила отправки подарков. Вариант обертки, вот. Давай красную тебе. Макс получит один предмет. Танец ниндзя. Погнали. И Мишанёнок, жду от тебя все-таки в чатике подтверждения, что ты точно хочешь танец маленьких цыплят, потому что он стоит на 100 баксов дешевле, чем у тебя выигрыш. Давай быстро. Там за 400 есть эмоция. Ну, я понимаю, но он сказал танец маленьких цыплят, поэтому... Ну ладно. Нет подтверждения, значит... Значит танец маленьких цыплят. Все. Правильно? Правильно. Подарить другу. А, подожди, Мишанёнок, у тебя как никнейм называется? Блин. Джава, посмотри, пожалуйста, как у него в игре никнейм точно пишется. Я не помню, там что-то с семеркой. Ребят, сейчас подарок подарю, буду принимать в пати. Сегодня в ТикТоке подарочек Артём СВ прислал розочку. Спасибо тебе, братан, большое. Единственный, пока. Натапайте, ребятки, сердечко там на трансляциях, чтобы чуть-чуть поднять ее рейтинг и рекомендации в поисковой строке. One Anime Peace, привет. Можно со мной в порядке рандома. То есть просто кидаешь запрос на добавление в пати. И если ты попадаешь в число тех, кто первые трое, я беру. Сейчас вот я... Я Мишанёнка выкинул. Я знаю, Мансур, я сейчас не об этом говорил. Я прошу, чтобы мне сказали его никнейм. Джава, ты тут? Нет? Он мне пишет. Ну, ты же можешь посмотреть? Я еще не привязан. Хочу посмотреть, ничего не... Давай, как-то он там... Что-то 7, альманах, или что-то такое. Блин, почему так все время все долго? Это просто трындец какой-то, реально. Да, ты правильно сказал. Ну, что... 7 альманах? ЕР 7 альманах, да. ЕР 7, вот видишь, я просто... Все, танец маленьких цыплят он подтвердил, да?
ER7. Вот он, Мишаненок. Все, Мишаненок, улетает тебе твой подарок «Танец маленьких цыплят». Он стоит 300, твой подарок вообще 400 баксов, но ты сделал такой выбор. Без упаковки. Так просто прилетит сразу в сундук. Все, ребят, погнали играть. Ализора, раз. Еще один. Яром... Новенький какой-то. Яромукс, один... Ты, Игрик, не знаю, что... Кто это ты? Скажи, как тебя зовут? Я Ромукс. Алисочка, привет. Алиса не подает голоса, потому что... у меня есть подозрение, что она мальчик, а не девочка. Да, Алис? Или ты подавала как-то уже голос? Что я, кстати, принял? Кого сейчас? Ты что? Посмотрел на Боб Стрит. Нажимайте, готово, ребят. Я Ромукс. И напиши, как тебя зовут. Точка пишет, я не новенький. Точка, это ты, я Ромукс? Почему я ничего не понимаю, что в чате происходит? У всех это уже эмоции есть. Прикольная она, конечно, пучеглазая. Так, что у нас? Мне ее Джон подарил сегодня. Рили? А за да. Что? Просто мы с ним играли, он мне взял, подарил. Вот для чего они просили. Они очень любят делать подарки. Они вообще слишком добрые. Задонатили, блин, дофига бабок. Со своих. Да, по двадцатке евро отдали. Неплохо. О, может, мне получится вот так сейчас сделать? Я с телефона сейчас, может быть, смогу отправить в ТикТоке сообщение. На желтую, да, летим, ребят? Все правильно я понял? Да, так, других нету. Что, разбанить тебя, Артём? Достигнуть лимит символа. Что ты будешь делать, а? Что? Ну, разбанить тебя или нет, скажи. Я же сказал, все, на сегодня не играешь больше. Так вот, спрашиваю еще раз, третий раз. Разбанить тебя? Хорошо. Бан снят. Кому ты там баны выдаешь? Да этому, Снейку. Его попросил, я же веду запись вообще, кто играл, кто не играл, чтобы не добавлять по два раза во время пати. Ну, во время, точнее, стрима. Пати по два раза не добавлять. Так а где ты был, Максим? Ты следишь за трансляцией? Я уже забыл. Ты даже не смотришь ее. О чем говорить? Я жду, пока... не кричи. Нет, друг мой, ты если хочешь поиграть, ты ждешь, пока я могу тебя принять и добавляешься ко мне в пати. Вот так это работает. А не я должен все держать у себя в голове. Следи, следующая пати пойдешь. Мансур спрашивает, когда ты начал играть с подписчиками? Не знаю, надо посмотреть на канале, когда там была трансляция, где я начал играть с подписчиками. Честно.
Я не помню, ребят, посмотрите в YouTube на канале, кто может сейчас, когда я начал играть, подписчиков. Кажется, первая же трансляция, которую я проводил открытую, я сразу начал играть с подписчиками. Почему-то мне так кажется. Ну, подписчиков тогда еще особо не было. Вообще не было, наверное. Так, стой. Чего вы там делаете? Куда вы пошли? Какой жулик хотел у меня забрать. Не дам. А вы немного далеко от меня. А почему? Я что знаю, я флаг пошел захватывать. А что ты не сказал? Пойдем флаг захватывать вместе. Да ладно, сейчас я к вам приду. Так, плохие новости, друзья. У меня болит горло. Это прям нехорошо. Я вообще не планировал. У меня и план не входило болеть. Когда я научусь строиться, не знаете? Это просто какой-то ужас. Строиться? Угу. Тогда ж легко. Конечно, когда ты играешь 10 лет в Fortnite, то да. А когда ты 3 месяца играешь, легко думаешь? Стыдно должно быть за такие слова тебе. Есть немного. Есть, да? Ты не забей. Не должно быть тебе стыдно. Мне должно быть стыдно, что я за 3 месяца не научился нормально строиться. Что-то не видно вообще выстрелов нигде, не слышно никого. Какой-то трындец. Там уже сейф залутали. Ребята, донаты, ссылочка работает сегодня, нет? Может, она не работает просто? Ну-ка, попробуйте задонатить. Тём, проверь, пожалуйста. Странное ощущение, что такое, как будто не работает. Розыгрыш, когда спрашивают. Вот SSD спрашивают. А вот как сделаем? Что-то мы так, давно так это задание будет. От подписчиков не выполняли. Да, давненько, согласен. Нормуль тут у него. 3, 4, ребят, кто 7. Хочет взять золотой дробовик помповый, возмутитель, возьмите где? Здесь. Я под... А, стой, синий автомат мой, верни. Пожалуйста, Алис, это мое добро было. Я что-то не туда поставил дробаш себе. Вот здесь вот, ребят, берите. Еще могу... Вот так вот, смотрите, могу дать гранатомет еще. Все? Я тогда нанимаю типучка, если все взяли. А, блин, да, нанял. Да уже наняла Алиса. Говорю, я нанимаю. И все. Ладно, какая разница, кто его нанял. О, у меня 3 ключа есть. Что это за животное? Ух, ё-моё. А, это трава такая? Отойди, отойди. Отойди. Пойдем найдем кого-нибудь живого. У меня на днях Снейк заболел, Артём. Ну, вы видели, да, видосик? Я с ним записывал на фарм опыта. Он мне скин, точнее, набор целый Харли Квинн подарил. У него горло болело, температура была высокая. И теперь, походу, я перенял эстафету. Это прям очень не круто. Не надо такое. Так прям горло болит. Все сильнее и сильнее во время трансляции. Думал, сначала просто пересохло. Сейчас понимаю, что нифига. Усугубляется. Game it game, как дела? Спрашивает. У меня все отлично. Александр Прудников, можно с вами? Привет, Саш, можно с нами в порядке рандомной очереди? Каточка заканчивается, я беру 3 людей рандомно в пати. Тут такое... Я здесь сделал закрепленное сообщение, что, ребят, если вы хотите попасть в пати без очереди, присылайте подарочки там Снейку, Джону и
Супермаксу, да? То есть мне нужны только скинчики, да? Мне, если есть у вас возможность и желание подарить скин, во-первых, вы три раза на стриме поиграете, а не только один, как все остальные. Вот. Во-вторых, мне очень будет приятно. Но мне кроме скинов ничего не надо. Если хотите другой какой-то подарок послать, вон Джон, Снейк или Супермакс. Так теперь пацанов вон Снейка спамят, типа, подари мне подарок, подари мне подарок. А тебе что, реально так не понял. Надо? Мне эмоций нет, потому что, ну, я большинство эмоций не могу использовать из-за того, что музыка не воспроизводится. У меня же защита от авторских прав, чтобы не банили видео, трансляции. Вот. А скины мне, естественно, нужны для того, чтобы на канал просто записывать новые видосики. Да кирки тоже. Не, возьми пока себе, Алис. Я пока фул, и когда надо будет, я скажу. Или кто-нибудь спать. Помню, я тебе дарил кирку, ты с ней очень долго ходил. Очень долго, да. Мне подарили еще одну кирку в наборе. Она была с пляжной Джулс. Она тоже там сердечки влетает. А, это тебе подарили? Я думал, ты Да, ты что, я вообще офигел. Так мне подарил он не только, это Квизби подарил. Он мне подарил бургера скин. Мне подарил вот этот набор. Я и видел. Еще там куча всякой. А карася ты купил? Карася мне сегодня Джон подарил. Харли Квин мне подарил набор вот Снейк. Просто тебе капец. Задаренный с ног до головы. Поэтому я розыгрыши делаю, потому что я сам себе купить не могу, реально. Ну вот у меня не поднимается рука. Я очень-очень сильно хотел печенюху и кукурузу. 11 000 рубаксов. Помните, да? Были печенюха и кукуруза в магазине при этом. Безумно хотел эти скины. Но для себя вот я не могу позволить купить. Ну вот так. Рука не поднимается. Зато могу разыграть подарки и подарить кому-то другому. Мне это доставляет удовольствие, реально. Такой вот дурачок, короче. Что такое вообще? Будет сегодня кто-нибудь? Алло. Тоже 44 верно. Игрока вообще осталось, а мы даже еще... Где килла одного не сделали. В тиме даже 0 кило. Я же о чем и говорю, это просто ужас какой-то. Ой, карась, вроде смотрите, плавает лучше, чем любой другой. Прыгнули прям локо под автобусом, там вообще никого. Непонятно. Где-то здесь, мне кажется. О! Это босс. А, это босс. А ты уже отравился. Блин, хочется автомат. А, это боевая ППшка. У кого карта? Не у меня. Турелька есть у кого, ребят? Можете поставить? Да нет? Зачем? Я с колотухой Харли Квин. Забыл карасика взять эту штуку. Блин, вот тут это прям тема, ребят. Возьму вместо метлы, потому что сейчас уже передвижение не так сильно нужно, как устранение и разрушение построек. Турель тоже, кстати, тема. Возьмите кто-нибудь себе в инвентарь турельку, чтобы... Давай, я помогу, что-то мы отсюда не выйдем, пока Тёма не закончит. Все, закончили. Да ну ты прикалываешься, что ли? Такие ресурсы... Я понимаю. Чтоб если что застроиться. Ну я так строюсь, что мне в принципе нет необходимости. Ладно, все. А, так у меня вот все уже фу. У меня только металл 120. Ну ладно, металл я обойдусь. Тут даже как. Зачем? Ладно, спасибо. Тебе дерево дать? Мне? Ну ладно. Да не, я тут с молчаливыми общаюсь. Двадцать людей осталось, ни одного еще не убили. Вообще ни одного не встретили. Вот здесь даже. Где-то чел, вот здесь где-то. Он прям вот на зоне. Он 100%
Еще и над нами остров. Вот это да. Быстро на остров. Да. Бегу! Там слюрпы есть. Еще подожди. У меня уже и давно. Понимаю. У меня два слюрпа и четыре пиццы. Так а че я остров не вижу? А, он дальше чуть-чуть. Так он сейчас спавнится. Да, да, вижу. Давай, спавнимся. Где-то внизу будет телепорт, скорее всего. О, я сейчас Диму съем. Карасик? Ой, ёп. То здоровый карасик. Вот это я улетел. Нет, ах ты ж, все так я успел. Меня забыли. О, вот и типы летят. Да. На зипе, на зипе, на зипе. Там надо, чтоб... 40 дал, 40 дал. Я сейчас подниму. По белому. И... Прямо участие. Один чел без хп и другой тоже. Они о! Ушли вниз? Он разбился один. Один разбился. Еще поднимался там кто-то где-то. Он спустился. Ой, как дайте защититься, подождите. Эксперт. Эту фигню возьму. И слюрп возьму. Че они идут? Еще слюрпы, ребят, есть. Вот, берите, пожалуйста. Все? Готовы? Опа. Да, вообще полностью забиты. Так никто не берет, да? Бля, они один. Где-то снизу, они где-то снизу. Летит, летит. Снизу он не долетает. Он на метле хочет к нам. Надо же его добить. Вон, он, вижу. Я увижу. Ну да, он там. Я предлагаю на зипе спуститься. Я упал. Блин, фигово. Я не успел метлу использовать. Я не успел метлу использовать. Они прям тут, в боксах. Толпой, да? Сидят просто в боксе. Они в этот разлом, улетели. На остров пошли, да? Давайте, трио хил. Блин, понятно. Дальше ой. Дабл хил. Да, ой, спасибо. У меня свёрток есть. Я очень глупо умер. Я даже забыл, что у меня метла есть. Хорош, спасибо. Ой. Что такое? Закидывают. Ай-яй-яй, мне... кто-то здесь нокнул, прям на месте. Дима, иди ко мне. Во. Понял? Блин, ну да, конечно, понял, понял. Попали бы в засаду, ребят. Тут двое минимум, карась вижу, ой, и еще один. Ой-ой-ой, меня со всех сторон жмут. Ёшки, еще сверху. Кому-нибудь дать гранатомет? Ребят, возле меня возьмите гранатомет. Нет! А, все, понятно, рассыпалась спать. Он пережал меня. Ах. Сейчас всех добавлю в друзья, ребят, кто у нас кидал запросики. Давайте. Удачи. О, получил Харли. Давай, использовать нажму. Спасибо, да, пока. Спасибо, Алис. Тёмыч, спасибо давай, за игру. Да. Да. Давай, спасибо. Пока. Пожалуйста. Кому-то я должен еще подарок, или я всем отправил уже? По-моему, всем отправил. Давай, Дима Теннис. И Максимум Бисквит же был уже. Папа, он же играл. Я сейчас проверяю. Я уже сыграть не смогу, так что берите другого. Так а зачем ты кидал пати тогда? Да я случайно кинул.
Но я за такое баню, ты же знаешь. Так, вроде все хорошо. Так, Супермакс. Супермакс. Вышел, да, у нас получается участник. Давай. А, не успел. Карасик холодный. Значит. О, Карасик. Здорово. Появилось время на игру немножко. Разгребся со своими заданиями, да? Да, появилось время на игру? У тебя? Что? Появилось время на игру? Да. Говорю. Да. Наконец-то. Нам надо будет с тобой на карту зайти, кое-что еще там поправить. Окей. Так. Окей. Дима Теннис. Дима Теннис, новый никнейм. По-моему, мы не играли еще, да? Тезка мой. Меня тоже Дима зовут, если вдруг кто-то не знает. Так, друзья, сейчас быстренько залетаем сюда. Открываем у нас колесо удачи. Мы разыграли уже 300 и 400 V-баксов. Крутим сейчас. Mm-hmm. 500. Как-то понарастающе сегодня идет. Все, 500 убираю. Mm-hmm. Ребят, Java, запускай, пожалуйста, розыгрыш на 500 V-баксов. Как-то вон, 300, 400, 500. Очень интересно идет сегодня. На троих? На троих, да. Сейчас Java запускает конкурс на троих победителей. Первый в списке победителей, вот когда я нажму на вот такую ссылочку, посетить сайт, здесь будет победитель и будет три имени. Первый верхний будет считаться победителем. Если он не объявится в течение одной минуты, будет победителем второй в списке. Если второй не объявится, будет третий. Ссылка... Да. Мы в Дискорде проводим розыгрыш. Ссылка на Дискорд есть на Ютубе и на Твиче. В ТикТоке ее удалили почему-то. Вот появился розыгрыш в Дискорде, видите? Или вы не видите? А, у меня захват экрана не включен. Конечно, я всем рассказываю тут. И крутил колесо тоже без захвата экрана, да? Да? Никто не видел, как я крутил колесо? Блин, трындец. Мне, получается, надо перекручивать его. Получается так. 800, 1200 и 1500. Тогда перекручиваю колесо. Отменяй розыгрыш. Да, отменяй, потому что я без этого, без демонстрации экрана это сделал. Кто мне поверит теперь, что я реально его крутил? Еще раз крутим, значит. Я натупил, не включил захват экрана. А, все равно 500. Ну, в общем, это судьба, друзья. Значит, так должно быть. Все, открываем. Розыгрыш. Ты уже удалил его, да? Западло. Давай. Сейчас запустит Java розыгрыш. И вот здесь появится он у нас. И мы сможем с вами принять в нем участие. А вы все время не видите, да, как я нажимаю на кнопочку? Сейчас вот так сделаю, чтобы поднялось немножко. А почему два розыгрыша, Джо? Проблема. Ну, сейчас все нормально будет, да? Сейчас подниму, чтобы мне мой никнейм не мешал. Вот. Ребят, вот этот розыгрыш сейчас активный. Под ним нажимаем на вот эту кнопочку с колпачком. Если ничего не произошло, нажимаем еще раз. Появляется вот такая вот табличка. Видите, внизу появилась. Что? Заново. Что там опять не так? Вот такой опять. Что-то проблемы какие-то опять? Сейчас. Секунду, ребят, технические какие-то неполадки надо настроить. Не знаю, в чем дело. Не признается. Java. Still Mystery, да, пишет.
Мишенёнок спрашивает, Дима, подарок прилетел? А, пишет, подарок прилетел, спасибо. Пожалуйста, Миш. У меня Дискорда нету. Ребят, надо, значит, устанавливать, потому что мы не можем провести никак по-другому розыгрыш из-за того, что трансляция идет одновременно на Ютубе, на Твиче и в ТикТоке. И мы не можем собрать три чата и три источника зрителей, подписчиков в одном источнике, кроме как Дискорда. Это очень просто. Качаешь, очень просто регистрироваться, как и в любом другом мессенджере. Так, все. Да, все точно можем сейчас... Да. Давайте сейчас сделаю вот так, подниму чуть-чуть. Вот. Смотрите, ребят, чтобы принять участие в розыгрыше, нажимайте на вот эту кнопочку один раз. Если у вас не появилось ничего, нажимаете второй раз. У вас появляется, вот сейчас тоже подниму чуть-чуть, чтобы вы видели. Появляется вот такое уведомление. Вы стали участником розыгрыша. Я сейчас из него выйду, но вам этого делать не надо. Вот. Вы остаетесь в розыгрыше. Сейчас поудаляю тоже лишнее все, чтобы видеть. Выше все. Вот, розыгрыш. Всем хорошо видно розыгрыш, да? Вот он, ребят, на экране. Под ним есть колпачок, на который вам нужно нажать, чтобы принять участие. Сейчас 10 участников в розыгрыше. Только. Так, много у вас этих всяких в чатике сейчас в Дискорде поудаляю. Все, ребят, розыгрыш пока будет идти, мы сейчас начнем играть. Сейчас возьму в пати, сейчас вот выйду из Дискорда, возьму в пати, если там не добрал еще. А, добрал. Осталось только запуститься. Это сейчас, секунду. То у вас там эти точки сейчас все маячат перед глазами. Все, погнали в игру. Погнали. Готово, нажимаем и... Играем. Там пока розыгрыш идет, нажимайте на кнопочку участвовать. Разыгрываем сейчас 500 V-баксов. Подарок на 500 V-баксов. Да. У меня все есть теперь карси в Fortnite. Все прям? Всех уже? Все. Все. Офигеть. Прям. Вот это круто, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты ж карась, у теперь тебя должны быть. Да. Ты у меня вот, все вот есть. Вот этого ты ждал, по-моему, да? Говорил, Хэллоуин будет, когда... Не, я ждал на... Сейчас я тебе покажу со стартер-пака. Это новый вышел только сегодня. А я надел другой, сейчас надену. Я ждал скелет карася. А вот этот, понял. Который я надел, то это новый. Точно, ну, его точно. Я купил, того он вышел новым. Да-да-да, мне тоже подарил Джон сегодня такого. Знаешь, что я сделал? Что? Разделил экран на телефоне. Я и на стриме, и в Дискорде. Красавчик. Ты, ну, если хочешь так, может быть, а можешь просто после каточки зайти в Дискорд и посмотреть. Да нет, я так сделал уже. Потихонечку. Я могу вот сейчас включить, чтобы было видно прогресс. Так, у нас 16 уже участников, через 7 минут заканчивается розыгрыш. И есть большой шанс выиграть, да? Да. Выигрыш получить. Куда летим? Полумесяц? Вот, в Нектар город можем вниз. А, на Нектар? Окей. А, давайте. Я на вот этот скин ждал, который я сейчас. Иноску пишет, хочу Аксолотля. Кто такой Аксолотль, скажите мне, пожалуйста. Аксолотль это тоже скин с Fortnite, он тоже скин прикольный. Ну как тебе сказать? Можешь просто в телефон вбить Аксолотль Fortnite. Он прикольно выглядит. О. Какашка стрел у меня опять. Что? Что, файт? Это было. У меня 0 патронов, ребят. Я все слил на одного товарища.
И оружки нет никакой вообще, брат. А, я. Класс. Так, супер, да, Макс умер. Сейчас я иду наверх. Да-да. Так, блин, вы внизу наоборот, а не наверху. Да, всех поубивали. Там челики. Понять бы, где там. А у меня патронов нету вообще. Ноль. Да. Блин, подстава. Мы только вдвоем остались. Давай, хиль, Диму. Да здесь челики, а у меня нету лута вообще. У меня нету патрона. Они наверху или где? Так. Бразер, я к тебе. Блин, чуть не секанул сейчас. Штаны. Он идет, идет. Челики! Убегаем. У меня. Ай-яй! Сейчас, сейчас иду. Мало хп. Мы сейчас проиграем. Вон, сейчас будет здесь. Чуть-чуть и убьем. Очень мало хп. Убегает. Я за ним. Да не надо, не надо, не трогай, не трогай. Нам сейчас выжить надо, а не герой. А, да, 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 напарник со мной пришел, успел убежать. Все. Здесь сейчас у нас захилюсь. Карточка чья-то была, да? Да. Да, 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 да. Бразер. Почему они могут это попасть? Бразер. А. Подожди 2 секунды, я тебе аптечку дам. На. Сейчас у меня аптечка. Хилься. Вот такая вот. А, ну давай большой сразу захилю. Да ё-моё, блин. Почему? Не то взял. Чуть не сдох, еще щит снял. Вот это я лошара сейчас просто. Топчик. Да, пошли в сейф. Да. Пошли в сейф, у меня есть ключ. Подтвердил такой, да. Да. А как еще сказать? Да, как тебя поддержать? Нет? Да? Окей, нет. Ну так, так себе поддержка, знаешь, сказать, да, ты лошара. Не очень. Какая есть поддержка, такая и есть. Да, это лучше, чем вообще без поддержки, да? Там турельки. Бразер, идешь в сейф? Да, иду уже здесь. Здесь автомат такой, любишь? Или мне его брать? Не, я взял уже синий с прицелом. Ага. Я возьму пиццу с собой. Давай захилимся. О, пицца, кстати. Это хорошая идея. А, Супер Макса зараз пропадет карта, я за ним. А я на метле сейчас хотел за ним. Да, ты не пролетишь через бункер на метле. У меня тоже есть метла. Так. Я пошел восстанавливать. Угу. А, нет, челик. Оп-оп-оп. Убежал. Ой, построил. Это ты построил? Почему я не могу редактировать? Да нет, этого я не строил. Там меня кто-то закрыл, значит, здесь. Да нет, ты так спустился. Там просто реально все, было спуститься. Другому. Да, пошли восстанавливать. Здесь был челик, а его уже нету. Пошли. Восстановим. Заколебали эти камеры реально просто. Палят контору постоянно. Да. Челики. Подожди. Где? Челик, вот. Нету. Добить. Еще один там есть. Не вижу. Да здесь 2 челика на мне. Уже один. Сейчас я подниму, и они все фрагнутся, чтобы видно было.
Здесь челики. Минус. Точнее, один. Все, сейчас все фрагма, смотри, где кто. И пойдем резать. Дал 44. Бразер. Да. Да, здесь челики, я против них файчусь. Где он? Не вижу. Ты убежал далеко, так будет сложно нам сейчас. Возвращайся обратно, нам надо резнуть ребят. Да, окей, возвращаюсь. Нету, нету. Убежал, чтобы сейчас просто не убил нас, когда мы... Гейминг, привет. Челик. Лед. Подожди, я чуть-чуть ухожу. Супермакс, котик. Я чуть-чуть. И... А, ты его Банк убил уже? Выиграли. Серьезно? Да. Мне кажется, сейчас будет счастье, просто капец. Сегодня, видишь, за доброту детей им вознаграждается. Дима, знакомься после стрима с новым разделом. Да, обязательно. Да. Я видел уже, что появился, обязательно знакомлюсь. А, если что, не знаю, слышно Джаву на стриме? Он мне говорит в ухо. Слышно, да? Все, супер. Поэтому ты так мало говоришь, да? Да я просто пишу тут. А кто выиграл? Не говори пока. Стоп, пусть это будет небольшой секрет. Ребят, полетели. Зона. Супермакс, бегом. Сейчас я в конце каточки скажу. Как всегда. А то он сейчас будет нервничать очень сильно. Мне надо, чтобы он играл. Как всегда. Да, беда в том, что он есть. Вон там. Мой шанс выиграть к нулю. Супермакс тоже самое каждый раз говорил. Я ни один раз ничего не ви... Ну как, не ви... выиграл. А, добили. ТПшка. Ребят, вижу вон там, вот в той стороне, сейчас цепочка. Он бежит, скорее всего, тоже из зоны. Здесь есть гранатомет, кому надо. Да. А, челик. Минус один. Минус второй. Минус еще один. Вот еще один у меня. Я сейчас приду. Все, с этими разобрались. Все, следующее можете подходить, ребят. На раздачу. По кому там стреляешь? Мне бы дробаш бы поцветнее, а то у меня какой-то тусклый. Блин, эти не подключал. Супермакса, интересно, кто выиграл. Его мама зовет кушать идти. Нет, мне интересно, кто выиграл. Сейчас каточка закончится и узнаем, да, Максим? Угу. Ребят, давайте наверх поднимемся, попробуем это сделать. Если еще не захватили ее. Может, скорее всего, захватили.
Зона. А, нет, вот как раз там. Зона. Ну, успеем. Нет. Супер Максу интересно. Давайте, давайте, да, нам будет очень интересно узнать, какая она дальше будет. Открывают еще сундук тут вот недалеко. Жду вас, ребят. Ага. Сказать, кто выиграл? Нет, 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 молчим. Не надо? Не-не-не, молчим. А если хорошо скажу? Ну, он будет отвлекаться от игры. Так, все хорошо, нужна помощь? Супермакс, Дима, доходите вы? Ну, Супермакс, вижу, что нормально все. Пришла. О. Будь здоров. Спасибо. Эй, эй. Что? Не залезает почему-то. Не цепляется у меня. Пробел, видимо, не срабатывает. С того, как залил клавиатуру. Ну, не всегда срабатывает. Хотя прыгает, но не цепляется за... какие-то выступы. Да, странно, если он прыгает, по идее должен. Право руля, надо было внедорожник взять. Проще на нем. Так, вижу типов на флаге. Ага. Сверху, сверху, с постройки. Спамьте, 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 ребят, чтобы... Снизу, ребят, снизу. Вот. Есть. Еще один, еще. Еще, еще, еще. Все, рез. Кто может рез? Может кто-то рез? Нет, ребят? Я нет. Да, я сейчас слюрп возьму сразу, чтобы забить потом. Есть. Дробаш возьму нормально, чтобы сразу сражаться. Спасибо, Дима. Ох, какой строитель. Вы посмотрите на него. Он думает, что мы не снесем эту билиберду. Челик. Вот же мудилы, блин. Мучают нас. Я умер. И челик да тоже. Блин, что ты делаешь? Где ты? Капец, я даже не вижу его, прикиньте. А, вон сверху, на строении, вот там вот. Вон там на строении.
Сейчас он бомбу кидает, этот, ракету, блин, тыквомет, короче. Тыквомет прилетел. Ай-яй-яй-яй-яй, он хочет меня добить. Я не буду терять надежду, пока получится. Ребят, рез успеете, нет? Блин, сейчас он будет пытаться достать. Хорошо стал. Отходи, отходи, Макс! Блин. Ты хоть не использовал свой слюр? Все, побежали. В зону. Я минус. Да блин, я попасть по нему не могу. Ё-моё. Что за отстой? Где он? Не вижу, блин. Вот здесь, в боксе. Какой-то, блин, киберстроитель. Капец. Как можно с такими сражаться, блин? Когда строиться не умеешь. А, блин, не то. Нам карасика надо забрать этот. Да-да. Капец, он просто монстр. Джи-джи. Сволочи. Как вы меня задолбали, идиоты, блин. Кто-то идет за мной, да? Да. Ты на крыше, что ли? Да, на крыше. Сейчас возьму, потом надо еще будет Супер Макса забрать. Угу. Так а где же на крыше, если не на крыше? Внизу, вот. Блин, ну что ж, это же разве крыша? Ну да. Да нет. Возьми метлу себе. Метлу возьми себе. Да блин, там. Мне лучше тыквомет, чтобы сносить эти. Окей. Okay. Постройки, они же строятся, зараза, как ненормальные. О, чувак. Блин, понятно, тебя нельзя уже нанять. Ты нас уже не восстановишь. Да походу да. Я сейчас со себя еще не восстановлю. Метлу. Сейчас. Зона бьет очень много, по 4. Ой-ой-ой, 5. По 5 зона бьет. Хилься. Чем? Пицца, пицца. Вот это вот. Пицца? Она фигово очень хилит, ее на щит надо вставлять. Вот это отстой. Челик на тебя. Сзади. Конечно, блин. В него даже попасть не мог. С, да. С таким-то здоровьем. Так, ребят, всё. Посмотрим, что у нас там по... Этой, по розыгрышу давайте. Давайте посмотрим, кто выиграл. Где табличка? Супер Макс. Посетить веб-сайт. Супер Макс. Мир Котик Про и Фантазм. Но Супер Макс есть на месте, поэтому приз достанется ему. 500 V-баксов. Видишь, он бы сейчас не смог играть, если бы это было... Круто, сегодня двое детей выиграли, прикольно, это вообще какая-то фантастика. При том, что в боте реально нельзя поменять, тут тупо рандом стоит. И это первый раз ему, за сколько ты стримов уже участвуешь, Мась? Третий стрим уже, да, или четвертый он участвует, повезло сегодня. Все, покидайте пати, друзья, спасибо за игру, сейчас Супер Максу выдам его приз. Смотрим магазин предметов. И что ты хочешь за 500 V-бакс? Я хочу...
хочу, пап, вниз, вниз. А вообще, что ты хочешь из магазина предметов? Вниз. Восьмерку хочешь? Она стоит 300, у тебя есть 500. Да, а ты... еще куплю за 300. А что-то может не за 500, а вообще что ты хочешь из магазина предметов? Я очень хочу один кей. Какой? Вниз, вниз, вот. Да. Вот этот, что ли? Серьезно? Угу. Вот этот, да, получается? Угу. 1800 стоит скин и 2000 стоит набор. Серьезно, ты его хочешь? Угу. Очень хочу. Тут какая-то вот такая, да, штука на спину, бита. И косы, и горилла. Хочешь такой скин? Нет, не надо. Зачем? Вот здесь Супермен, правда. Давай, я только через 4... Почему? Потому что он вчера тебя ничего не убил. А, ты меня удалил из друзей, давай. Ладно, все, Супермакс в любом случае не могу. Меня случайно вчера удалил из друзей и потом добавлялся. Они меня задарили, мои дети, подарками. Я хочу тоже им что-то сделать приятное. Раз, тем более, уж повезло ему выиграть. Так, давайте. FFN... А, нет, стоп, друзья. У меня уже 16.11, у вас уже 17 часов. Давайте, ладно, последнюю карточку. Сделаем. Сделаем еще розыгрыш или хватит на сегодня? Ну, это, блин, было бы жирно, если бы ты еще раз выиграл. Не, пожалеешь в карман, Дима. А. Ну, это, блин, было бы жирно, если бы ты еще раз выиграл. Что ты говоришь? Не, пожалеешь в карман, Дима. О, блин, не понимаю, у тебя мой звук и твой звук. Можешь выключить, пожалуйста, с трансляцией? Пожалуйста, больше так никогда не делайте. У меня просто мозги вытекут сейчас через задний проход. Это очень громко и очень тяжело так. Когда приходите в пати, сразу выключайте посторонние звуки, ребят. Что ты сказал? Повтори, пожалуйста, я не услышал. Потому что... Ох, меня аж передернуло. Столько было звуков. Я его пожалею, свой карман. А, карман пожалею. Да вот я думаю, может быть, оставить на следующий стрим или на следующий, когда будет розыгрыш. Посмотрим. Давайте, ладно, погнали. Сыграем. Потому что трачу больше, чем получаю. Вот сегодня вообще ни одного донатика не прилетело. Зато розыгрыш сделал. Задержка у меня стоит минимальная на стриме. Не самая маленькая, а вторая, которая... Ну, средняя, наверное, потому что самую маленькую поставить нельзя из-за разрешения высокого. Секунд 7-8, наверное, там. На YouTube, в Твиче быстрее, в ТикТоке тоже быстрее. Кирилл Климов, я не играю в нулевой высоте на стримах, потому что тоже мне нужно учиться строиться. И тем ребятам, которые строятся, неинтересно в нулевой. Поэтому я играю в королевской. Вот в чем проблема. Проблема во мне. Я слишком мало играю. Я играю третий месяц только. И поэтому я еще фигово строюсь. Но при этом я готов соперничать с теми, кто строится хорошо. Иногда удачно, иногда неудачно. Так, посмотрим, сколько у меня коронок. Успею я вообще в этом сезоне? 31! Уже чуть-чуть побольше, видите? Осталось 19 до цели в этом сезоне. Ну, нифига не успею. Друзья, кстати, забыл друзья подобавлять. Вот тут уже 4 запросика у нас. Добавлю, ребят. Все. Все, добавился. Аж это, уши болят теперь после звука такого большого, громкого. Го, розыгрыш я хочу выиграть. Ребят, я розыгрыш делаю из своего кармана. Я же показал вам, сколько за 3 месяца донатов прилетело. И сколько я уже разыграл. Донатов прилетело на 1800, там 1900 рублей за 3 месяца. А я уже разыграл, посчитайте на стримах, сколько вы баксов. Не прямо пропорционально вообще. Если вы думаете, я с YouTube зарабатываю дофига, я могу показать аналитику этого канала.
Но я хочу видосик записать, поэтому не буду сейчас показывать в эфире. Я хочу видосик записать, где будет об этом. Поэтому правильно мне сказали, Дима, пожалей свой карман. Все уже сражаются, да? Иду к вам, ребята. Дарт Вейдер, где же твоя сила? Клык, конечно, мощная тема. Минус один. Уже минус два. Тут есть бабка Ёшкина метла. Смертный. Йоу, это прилетел донат, друзья. Кто меня знает, плюс в чат, а я пока куплю место в пати. Это Тимофей Про 28, Disfern Fallout, мой верный помощник, мой самый, наверное, частый донатер, поддерживает меня постоянно. Блин, я что, взял вместо дробаша, что ли, аптечку? Я вообще с ума сошел, что ли? Хотел вместо вот этой фигни взять. Тимоха выкупил место. Следующее в пати одно. Спасибо тебе, друг мой, за донат, за твою поддержку. Нет, я думаю, что клык зеленый мощнее, чем синий эксперт. Стойте, отойдите от этой стеночки, тут сейчас будет бада-бум. Прикольно. Но в нужных обстоятельствах я ей пользоваться не умею. Слишком все долго получается. Надо кому маленькие банки синие? А, еще одно у меня осталось. Блин, я не допил ее. Пендрежник, блин. Почему он не строится? Ай-яй-яй. Блин, твою мать, как это строить вообще? Как это возможно? Злюсь. Ребят, пойдем отсюда. Что-то мне здесь совсем не нравится уже. Дима, не думал перейти на джойстик, а не на клавиатуру играть? Давай я сначала освою компьютер. Ребят, пойдем отсюда, что мне здесь совсем не нравится. А потом посмотрим. Включи, пожалуйста, звук на трансляции. Очень дублируется. Или сделай хотя бы тише. Ребят, пойдем отсюда, что мне здесь совсем не нравится.
Netflix, пожалуйста, выключи звук на трансляции. Очень бьет в уши. У тебя еще так громко. Да, ребят, там зона идет. Стоит идти к вам. Блин, ну серьезно, ну что такое? Ну Netflix, ну ты прикалываешься что ли? Я, блин, сейчас сдохну, потому что я не могу, у меня уши сейчас вылезут через жопу. Ну это же невозможно, это очень больно ушам. Это, блин, сколько я уже раз просил, даже не знаю. Неужели это сложно? Выключить звук, просто громкость. Русап там у нас получается в зоне, карточка. Нефикс тоже где-то там в зоне. Русап, а где у тебя карточка? Она где-то у тебя в скале внутри. Ты в хранилище где-нибудь? Блин, трындец. Короче, последняя катка на сегодня. И все, я не могу больше. Реально, ребят, у меня просто сил нет. Мы ни разу не сыграли за сегодня в нормальной пати. Прям вот, чтоб пати было. Ну, может, одна игра была более-менее похожая. Но это пипец какой-то. Как можно так рассыпаться? Реально огромная проблема. Никто не умеет в команде работать. Сейчас нас всех зону поимеет. Кайф, у меня и хила нет. Короче, я сейчас сдохну. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. А вот Дим, Тимофей. А я в розыгрыше выиграл или проиграл? Тимох, ты в розыгрыше не выигрывал ничего. Выиграл у нас Супер Макс сегодня, выиграл Мишаненок сегодня и еще кто-то выиграл. И он. Тимофей тоже разве? Нет, Тимофей не выиграл. Выиграл. Что он выиграл? Супер Максов. Сколько? 500. Так нет. Блин, чё ты путаешь людей? Это было для того троих мы ставили, чтобы, если один отсутствует, чтобы передать право выигрыша второму или третьему. То есть это чтобы не переигрывать по 10 минут каждый раз. Первый, кто в списке, я же несколько раз повторил, первый, кто в списке, тот является победителем. Если я буду по три подарка раздавать вот так, ребят, ну, что от меня останется, вообще скажите? Спасибо. Кстати, вообще не судьба. Что не судьба? Я Тимофей. Я же озвучил, неужели вы никто не понял? Для чего это делать? Ну ты понятно жал, ты там постоянно кому-то пишешь, вместо того, чтобы слушать, что я говорю. Постоянно выясняешь с кем-то там, чё, кто, куда. У нас кофе был выигрыш у него был, но он типа вылетел из интернета, как он объяснил, да, и мне пришлось еще лишний приз, получается, где тут плавает еще чепушилка? Наверное, он рассыпался, они были в одной команде, скорее всего. Последняя катка. Я же Тимофею обещал, да? Тимофей же задонатил.
Тимофей, напиши, можем мы перенести на следующий стрим твою карту? Садись. Окей, не хотите, как хотите. Поехал в зону. Уговаривать, что ли? Клыка не было синего нигде. Ладно. У нас кого-то выкинуло из игры, да? Понимаю. Тимит, у меня определенные правила есть попадания в катку, они описаны в закрепленном сообщении. Почитай, пожалуйста. Блин, тяжело управлять тачкой, у которой колеса нет практически. Пересаживаемся. Гранатомет нужен кому-то, ребят? Возьмите, чтобы постройки бомбить, чтобы нам было легче с противником сражаться, который строится хорошо. Это очень полезная штука. О, типа, наблюдаю где-то, шаги видел. Поехали, поехали, поехали. Садись. Сыт выйти, значит, хочет нас врасплох заставить. Наверху вот, да? Блин, ну нафига вы меня опять застроили? Ну вашу мать! Ребят, ну чё такое? Я ж, блин, не просил. Ага, вижу. Тут, ребят, гранатами запарните его там. Netflix, у тебя там... Ты улетел, да? Сколько воды?
Кто там есть еще? Нет, живой? Вижу живой. Наверху вот здесь на крыше. Идем. Опа. Он внутри вот здесь, ребят. Под лестницей, скорее всего. Двое. Внизу. Давайте тачку возьмем сейчас и поедем отсюда. Блин, нет выхода. Где машина-то? Ладно. Блин, один патрон. Вот здесь в боксе. У кого гранатомет, ребят? Ну проработайте, блин, ну для чего вы его брали? Ну елки-палки. Ох, господи, да что ж такое-то? Неужели так сложно, блин? Классно. Карту возьмете, нет? А, там не карта, там. Ну, ребят, зона слишком кусучая, у меня нет хила. Я рисковать не буду сейчас оставаться с вами, потому что просто умрем все. Короче, на них. Зараза, вернулся назад, да, и убил. Ну, короче, поиграли, ребят. Нехрен было рассыпаться. Тимофей, ответь мне, пожалуйста, можем мы перенести твою катку на следующий стрим? Потому что у меня уже просто нет сил, я устал. Буду очень рад, если ты готов на это. Еще канапе и дорог не появились сегодня. Тимофей, жду от тебя ответ. Сейчас попробую написать в Дискорде. Хорошо, Тимох,
Ты любитель на скинуть донаты, пропасть, поэтому я не буду тогда сейчас тратить всех время. Давайте, ребят, мы с вами прощаемся. Тимоху я переношу на следующий стрим, потому что он все равно не отвечает. Сейчас мы его будем ждать полчаса. У него есть такая привычка. Вот. Все, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, что были со мной. Давайте, до новых встреч, ребят. Пока.